Сегодня без музыки, ребята. Еп, еп, тук-тук-тук. Раз-два, раз-два. Фу, что-то забегался. Ребят, всем здорово, всем привет. Там меня слышно, видно, нормально все. С вами, как всегда, я, Леха, ребят, Энтар Вадун. Вы находитесь на канале Hardplay. Располагайтесь на вечернем стриме. Извините, что задержались. Костик немножко там подзадержался на танках. Ну, ничего страшного, это все в порядке, как бы все нормально. Ничего страшного нет. Значит так, братцы, сегодня мы стримим рафт. По вашим просьбам, Костик предложил, да и я, в принципе, не против. Очередная выживалочка. Зашел на минут, наверное, 20. Немножко разобрался с управлением, буквально прям вот по децелу, и все. И, короче, болт забил. Думаю, ну, чтобы не портить себе, так скажем, кайф, какие-то сложности, трудности, будем разбираться по ходу движения. У меня единственный, ребят, сейчас вопрос, будет лагать или нет. Я поставлю разрешение сначала 2К. Очень надеюсь, что фризить не будет. Будет фризить, насрать. Возьмем и, соответственно, с вами перейдем на чуть ниже разрешения. Надеюсь, что все будет в порядке. По касаемо сегодняшнего стрима, не знаю, сколько он будет идти часов, мы подзадержались, так что как-то так. Друзья, у меня убедительная просьба всем, кто спамит сторонние каналы, всем, кто спамит одну и ту же какую-нибудь фразу и так далее. Парни, вы лучше заходите, я не знаю, в Discord к нам там посидим, попиздим, пообщаемся на любые темы. Я сейчас перед стримом залетел к пацанам. После стрима сегодня планирую, может быть, лайв-стрим запилить. Завтра будет стримчанский с Настюхой. Мы планируем, короче, это с мототематики. Мотоциклистка, девчонка завтра приезжает в город. Говорит, слушайте, что-то я давненько не видел ребятушек. Так что соскучилась, девка, соскучилась. Завтра, так что, что-нибудь пиланем интересное. Поэтому, ребята, мне плевать, кого вы смотрите, смотрели. Кто там где с кем дрочится, не дрочится. Ребята, вы сюда зашли, по-братски, пожалуйста, ведите себя нормально. В противном случае вы будете забанены. Все, кто мне там кидает какие-то в предложку, в группу, отдельно хотел бы сказать, касаемо... А вот тот про тебя там что-то сказал, а вот этот вот, а вот стил вот про тебя... Не будут эти люди ничего никогда говорить. Неинтересно мне это. У каждого человека, у каждого стримера, неважно, с кем они общаются, там еще что-то делают. И, во-первых, я этим людям ничего плохого не сделал. 42 взрослых людей останется 42 взрослых людей. Все остальные, кто туда лезут, это просто глупые люди априори свои. Поэтому, пожалуйста, не кидайте всю эту шляпу, не кидайте эту лажу. Я с уважением отношусь ко всем стримерам. Пожалуйста, ребят, все, кто сидят, смотрят этот стрим, отдыхайте, кайфуйте, расслабляйтесь, не собирайте всю грязь по Ютубу, не ходите. Спасибо за понимание заранее. Всем, я надеюсь, мы друг друга поняли. Всем, кто, ребят, разную поеботу спамит в чате, будут забанены перманентно. Хоть вы там что хотите спамить, ребят. Я читаю чат, я стример, который читает не только донаты, который читает чат. Я могу рукой там показать, да, вот сейчас мы там с Костяном, да, там будем стримить. Я могу там, да, чтобы, ну, атмосферу стрима не сбивать, я там бам, там, да, там, в чатик посмотрел, раз там рукой махнул, люди поймут еще кто. Все, всем приятного просмотра, погнали, ребят. Надеюсь, блин, я очень надеюсь, что, ребят, лагать не будет, я просто очень надеюсь. Ну, по-моему, все будет сейчас четенько. Ну, ничего страшного, настроим, сейчас разберемся. О, какой хромач, какой хороший подъехал. Так. Тук-тук-тук. О, кто там? А вот кто там? Кто там? Кто там? Да никто! Здорово всем. Зачем ты себя... А что, нельзя? Так, всем привет, да. Да, короче, я тут уже начал разбираться в создании нового мира. Так. Я ставлю нам галочку «Дружественный огонь». Да, 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 да. Самый сложный. Нельзя перезапуститься без помощи друга, да? Вот это же выбираем. То есть ты решил, как самцы настоящие, да? Сразу прям. Да. Ну, то есть, ты вот это с разорванными рубашками, да, вот это вот. Волосы назад. Давай, давай. Ты только как присоединиться, надо теперь понять, и все будет вообще в порядке. Так, я что-то загружаю. Сейчас, подожди. Давай. У тебя там, наверное, название игры было, да? Да, название игры. Боже!
чувак, что это? Так, Что там? Так. Присоединиться так. К миру. Джов, смотри-ка, у меня ты прям один. Так, и можешь присоединиться? Да, вот подключение идет. Владелец не позволяет друзьям присоединяться. Понял, подожди секунду. Сейчас. Я понял, там надо галочку поставить. Я просто думал, тут инвайты можно... это самое. Так, звездец. Там где-то галочка в начале, по-моему. Я так посматривал. Угу, понял. Там, наверное, надо пересоздать, да-да-да, просто. Да-да-да, я создаю новый мир с другим названием. Оказывается, миры, они сохраняются. Ребят, сейчас не лагает? Кто у меня на стриме сидит? Подскажите там в чатике. Я просто разрешение крутое поставил. Нет, позволь, божественный огонь. Все, создать мир. Так, сейчас. Давай. Слушай, давай. Чувак, ты сейчас появишься, ты охренеешь тут. Че там? Я запустил буквально на секунду эту игру. Я вообще в нее кости не играл, я не шарю. Чувак, у нас нету вообще ни хрена. Че, вообще днище? Днище полное, да. Залетаю, Костян. Давай. Давай. Ты готов на хардкоре-то? Ну, да, наверное. Слушай, а то, что два мужика... Да, на плоту. А это нормально. Чувак, короче, я так понял, вот это говно, смотри, ёпта, проплывай. Чё за... В смысле? Это даже не остров? Я думал, вдвоем хоть на каком-то острове мы начнем. Во-во, давай. Короче, давай, ты слева, ты справа. Акула. Глуши ее. Да чем, чувак, у меня только крюк. Короче, давай, я слева все забираю, ты справа. Давай, все, пошла жара. Ребят, максимальный... Давай. Норм. Так. Нифига ты там уже как профессионал арканишь. Да, Джофф Рыбак, хэштег. Просто. Короче, нам надо строить плот, насколько я понял. И вот это нам надо все подбирать. Кость, так, давай прям вот право. Смотри, диван плывет, Костян. Право, диван. Да мой диван не трожь, у тебя свой есть. Не, блин, я не смог хапануть. О, понятно. Диван. Не, я сейчас... Я в воду прыгну, возьму. Там акула, что ли? В смысле, блядь? Это аккуратнее, ты чё, блин? В смысле? Вот доски нам нужны, нам доски давай, нужны. Давай. Давай я, знаешь что, мне кажется, нам этот плот надо как-то, может быть, короче, увеличить. И нажми. Так. Тут можно строить. Ага. Тут есть строительный молоток. Так, Костяныч, я давай буду строить, а ты, главное, лови, давай. У тебя хорошо получается очень. Да. Так, подожди, я пошел. Костян, акулку, посмотри, где она. Да подожди, тут доски собирает, тут доски профигает. Я проплыл, я там забрал нормально. Да, нормально. Да? Костян, короче, нужны доски и вот это вот листья какие-то. Слушай, а что в бочках, интересно, Кость? Сплавай за бочкой, Костян, не впадло? Бочка, блин. Кость там, а сзади дельфин. Следи, где акула следи. Она рядом, Кость. Вот она. Костя, это дельфин или нет? Так, подожди, открой ей. Красавчик. И я уже начал. Я уже сейчас строительный молоток буду делать, Кость. Все, я его сделал. Смотри. Опа, пошла жара. Нам надо расшириться, Костян. Да, надо расшириться. Слушай, мне нужны веревки, чтобы сделать то, что... Дядь, а передавать я не знаю как, я не шарю. Да ты самое главное лови, Кость. Да я ловлю. Слушай, а может ты за жрачку можешь будешь отвечать? Я правда не шарю, как здесь что? Нам надо плот удлинить. Дай мне доску. Тебе доска, у тебя же она уже есть. Чаечка. Ой, давай. Слушай, нам парус нужно построить, чтобы плыть прямо. Короче, мне надоело. Давай. Я как профессионал. А что в бочке, Кость? Там сзади за тобой выплывут сейчас. Профессионалы. Вот, я тут нормально. Я не знаю, бочка это моя. Слушай, а что тебя акула не жрет? Не знаю, нормально пока все. Читерок? Окей. Да. Слушай, у меня уже один из досок, мне надо веревку одну. Давай. А как? Как передавать? Я не шарю. Я не знаю. Ой! Нет! Чек по хп, братиш. Не, нормально. Она мне только палец один отпустила. Чувак, это пластик. А, это пластик? Ну, наверное. Так. Ты справа лови, там он диван у тебя плывет. Это не диван, поц, это пластик. У меня диван будет, нормально. Я упал! В смысле? Христиан! Что? Слышь, а что, плот уплывает! Да! Нет! Слушай, а что она такая быстрая, эта акула? Слушай, мне на веревка нужна, чувак, реально веревки нет. Слушай, а что плот-то такой, оперативный такой? Я не знаю. Слушай, а здесь шторма, ничего нет такого? Не, наверное, есть, я не знаю. О, смотри, пошел контент.
Давай, давай, расширяй, да, расширяй. Надо расширять, расширять надо хибару. Бери доски и три... Смотри, смотри, плавать, плавать внизу. Будет жрать. Кого? Плот. В смысле жрать плот? Она что, дерзкая, что ли? Да. Слышь, ну там вот какое-то копье у нас, смотри, есть. Видел? Пластиковый крючок. А, я понял, что это такое. Весло. Весло. Так. Слушай, на все веревка нужна. Как веревка делать, ребят? Какой-то остров, Кость, впереди. Да? Где, где, где? А вон впереди. Но... А что, мы уже спаслись? А что это значит? Все? Все, конец игры? Да, конец игры, все, прошли. А, ну все нормально. О, сразу две досточки, красава. Видал? Да. Пошла жара, короче, так. Я в интернете посмотрел, оказывается, я тебе скидывал ссылку, там можно целую башню построить. Да ладно. Да, огромную. Костян, а что так плот быстро плавает? Он у нас реактивный, что ли? Чаечки пошли. Блин, как веревку найти? Реально, из одной веревки не могу ни хера. Так а ты веревку прям крафти. Ты прям по папиру. А прям там можно нажимаешь, и она крафтится. У меня получилось. Подожди. Прям по веревке. Она из этого крафтится. Это листы, люди говорят. Боже, я лох. Музыка громкая. Сейчас, ребят. Так, слушай, мне нужен хлам. А как хлам найти? А хлам, по-моему, в бочке я нашел, Кость. А бочек нет. Трофеи акулы. Слушай, акулы, а как нам похавать-то что-нибудь? А похавать, чувак, нужно удочку сделать. Удочка делается из 8 веревок и этих. Короче, нужны пальмовые листья и всякая херня потом. Нормально. Короче, нам надо очень активно крюком. Слышь, а ты видел у крюка хпшечка-то тоже не бесконечная, как бы. Она жрет, братиш! Кого, кого? Сука! Что с ней сделаешь? Не знаю. Слушай, плакать. Нам... Все. Чувак, а подожди. Я не знаю, дядь. Деревянное копье. Я сделал деревянное копье. Я нас поймал. Как его взять? Не знаю, в инвентаре возьми. Во, во, вот так ее бить надо. Ну-ка, бить надо в глаз ей ткни. А где она, где она? Что она дерзкая такая, она уплыла. Слушай, построй ее, построй еще, у тебя молодец. Все, дядь, у меня есть, сейчас у меня тоже теперь копишка есть, сейчас все нормально будет. Спасибо, ребят, спасибо, меня... сейчас на донатики отвечу, подождите секунду. Чуть. Слушай, а мы врезаемся? О, тихо, я пошел, давай. О, пальма, кокосы, и бананы, че? Кокосы, апельсиновый рай, Костян, лутай все подряд, плот арбузы, уплывает. Арбузы. Быстрее, плот уплывает. Я, все. Костян! Нормально, все, я хорош. Спрыгнул. Ты видал, мы это, мастера за лута? Нереально. Так, арбузы. Так. Так, слушай, блин, мне нужен молоток встретить. Так, пошел контент. Так, я расширяю. Сделай себе копье. А я уже с копьем, я же уже мощный, я готов уже. Слышь, так. смотри, слева, видел вдалеке, смотри, что это такое проплывает? Вон слева, там, видел? Блин, весло можешь сделать, весло сделать. Дядь, я не шарю, как делать, ты знаешь? Вот, что, весло. Блин, я не знаю. А ты видел там, сколько нам, на весло нам надо? Хлам нужен, хлам какой-то нужен, у меня хлама нет. Хлам это в бочке, это 100%. Люди говорят, топор, нищий топор. Топор? Вот. А что, ребят, а что на островах? Спойлерните, что на островах есть вкусное? Потому что острова-то, вон, смотри, он еще один остров, видел впереди, дядь? Слушай, я бы доплыл до той херни, там что-то, по-моему... Я боюсь, что ты не... Я не понимаю, почему тебя акула не жрет. Ты, не, видать, четырок. Спасибо, Макс, Сургута. Она тебя хоть раз кусала? Ну, я просто не подставлялся особо. А, то есть ты мансился. Мне нужен хлам. Я не могу без хлама сделать. А ты заметил, бочек нет? Где бочки-то все? Ну, вон пластиковая какая-то. Не-не-не, бочки вот эти деревянные. Вот в деревянные бочки я хлам выловил. Да? Да. Говорят, якорь делай. Якорь, как якорь? Якорь. Делать? Якорек. Вот, ты... разовый якорь. Камень нужен. У нас камней нету. Камень, откуда? Камень на плоту родить, откуда? Да, ребят, откуда камень-то взять? Откуда в жопе алмазы, пацаны? Деревья рубить можно. У нас топора нету, блин. А, на острове деревья рубить можно. А, то есть якорь и деревом рубишь, да? Да, Не шутя, тут все прошарено. Слышь, Костян, надо топор. А что для топора-то надо? У нас хлам, у нас хлама, чувак, нет. Топорик. Хлам, блин, ну хлам это бочки. А вон бочка, Кость, смотри. Вот, сможем ее заарканить. Вижу, да. Вон диван еще один плывет, хороший. Это не диван, это пластик, чувак. Это... Да, это... И нам нужен это весло или лопата, чтобы, короче, плыть в нужное направление. Ништяк. Так. Блин, столько всяких ништяков пропустили, столько всего уплыло. У меня какие-то семена. Да, семена? Семена какие-то есть, да. Прикольно. Так, я сейчас за бочкой прыгну. Давай. Прикрывай, говорит. Плыви.
Я ее отвлеку на себя. Ни хрена себе! Давай. Тут хлама просто забей. Да? Так. Во! Почему тебя акула не трогает, я не пойму. Она реально просто веревки. Вообще безразлична. Как веревку делать? Веревку. О, так. Изготовить. Так, подождите, а может где? Какую-нибудь жрачку, что-нибудь? Веревка вон есть. Братиш, у меня теперь молоточек есть, я такой крутой. А что за молоточек? Слушай, так, мне нужно еще пару веревок, я топор сделаю. Хлам, я уже жрачку. Кость, мы у нас еда проседает, видел? И проседает нормально так. Надо удочку сделать, удочку. Ух ты, ёпта! Так, ну давай, бери. Делай удочку, так. Короче. Слушай, вода, видел, Кость? Тоже вода убывает. Да. Ну, арбуз есть. Так, подожди, если я хочу молоток сделать. Арбуз, о! Говорит, есть. Опаньки, братиш, пошел контент. Пошел, нормально. Во-во-во, хорош, дядь, давай, у нас, смотри. Побольше плота. Ты знаешь что? Так, нам надо... Кость, мы с тобой бестолочи, слышь? Он плывет нам навстречу. Нам расширяться вот так вот надо было. Нафиг мы в ту сторону расширяемся? Вот надо расширяться, чтобы бегать прям за этим. Листик оставь. Ага. Тут надо вширь долбить. Мы не в ту сторону маленько с тобой начали. Но нет, тебе, конечно, виднее, как там долбить. Ну, я-то да, я-то в этом профи, ты же знаешь. Мы-то танкисты ХЗ? Ну да. Опа! Подожди, я не могу удержаться. От соблазна. Да. Во-во-во-во, слышь, вот это вот вообще ништяк. Вот смотри, ты расширяешься, и ты просто... Я так понял. Кардик родной, спаси! Каждый сам за себя. Кардик! Ну давай, запрыгивай. У нас реактивный так, плот. Вот, кстати, сказал. Правильно ты сделал, вот так. Во-во-во-во, давай, вылавливай. И туда дальше расширяйся. Вылавливай. Слушай, а что здесь, ночь, что ли, наступает? Три бочки, Кость, плывут, три бочки сразу. Просто божественный подгон. Блин. Парус крафтится. Диван. Да, парус нам нужно поставить еще. Ить. Ничего себе, вак-чат. Профессиональ, да. Во-во-во-во-во-во-во. Может, парус поставим каким-то макаром? Дядь, нам надо с тобой сначала расшириться, чтобы вот так вот. Видишь, как удобно за мусором бегать? Да. Слышь, да, жрет, акула! Сука. Давай, толкай ее! Давай, в глаз ее! Давай! Да, мразь! Ааа! Найс. Только починить. Сейчас я починю, да. Вот, я чиню. Оп, все, новенькое. Оп. Кость! Бочки, уже бочки! Что такое? Ну, кто виноват, что ты дичь? Да? Кстати, а бочки-то можно тоже это самое. Смотри, вот так кинул, оп. Бочки, и все, опаньки. Можно. Да. Иди к папе, родная. Тут столько всего досок. Это моя, сука. Угу. Так, хорошо, смотри. Нам нужно, в первую очередь, оборудовать свой... Так, мне для якоря, мне нужны веревки. Так, веревку нужно сделать, сейчас. Ой, что-то у меня этот крюк сломался. Так, я веревку вот понаделывал. Блин, так. Пластик, прикинь, нужен. Камни нужны, у меня камень нет. Пластик. Так, парус. Давай, пошла. Хлам нужен. Хлам есть, и доска, и... Я понял. Смотри, какая романтика, Кость. Да не говори. Every time ста-та-та. Соси ю. Сразу видно. Любитель Бритни Спирс. Там. А, это, или это Селин Дион? Это Селин Дион, дядь. Ну, ой. Ну, сори, я не... Да не, но это непростительная ошибка. Да? Ладно. Раз ты говоришь... Ты как да, можно ты было говоришь. Промеж двух бочек-то промазать? Пойду я сплаваю. Давай. На пацана. Я все понял. Ага. Убери ее, Кость. Она плохо на меня влияет. Так, чувак, у нас с водой проблемы. Так, что с водой делать? Давай думать. Так, вот жрачка. Гриль. Опреснитель. Я кушаю арбуз. Слушай, все сейчас будет. Смотри, вода. Ага. Подожди, арбуз. А у меня нету арбуза, дядя. У меня нету. Во, опреснитель! Слушай, смотри. Опреснитель, вот, смотри. Я его сейчас поставлю, Кость. Давай вот сюда поставлю. А, вижу опреснитель. Есть. Доска. Так. Опаньки. Костян. Так, а можно еще стакан нужно. Чашка. Четыре пластика. Чашку фастом делай, сейчас сдохнем. Где? А, не, у меня надо. Четыре пластика. Чашка, где еда? Она из пластика делается, у меня пластик закончился. О, у меня тоже нет пластика, братиш. Ой. Винни. Вот пластик. Давай, пластик. Давай, тягай, пластик. Сейчас я сделаю. Но я думаю, я тебе не смогу дать.
Спою, как это? Вот, бери, вон пластик, вот труба, это все да пластиковое вижу. Говно. Вон, на нас прям плывет сейчас бочечки. Слушай, а вон и бочка прям моя плывет. Ой-ой-ой, с водой все прям очень плохо. Очень. Давай, держись. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, да я не попадаю по доске, блин, что за бред? О, найс. Где-то под нами. Вот тут, вот досочка. Пластик. Так, есть. Так, у меня есть пластик? У меня 3-4. Костян, дергай. Все, чашка готова у меня. Красава, набирай чашкой, я не знаю, потыкай на эту, на что-нибудь потыкай. Не работает. Подожди. А попробуй, я не знаю, можешь воду зачерпнуть. Попробуй зачерпни. ГГ, блядь. Все. Я убрал его, что ли? Попили водички. Подожди, я что его... Ну там... Подожди, обычный опреснитель. Блин, чувак, сори. Тихо. Подожди. Тихо. Держимся, дядя. Давай, черпай. Тут положить надо было. Все, ты положил? Положить доска. Попили водички. Ты кипятишь воду, что ли? Я сейчас закончусь. А что там, кто? Что-то кипятится? Подожди-ка, иду. Стакан нужен. Сейчас умру. Пластик одна, один, пластик прям срочно. Бутылка плывет. Сейчас у меня холера отъедет. Ты это гриль поставил? Я так не понимаю, что ты поставил. Дядь, я не знаю, ну короче, что-то там... Нет, это водичка. Почему гриль? Это водичка. Тихо. Держаться нету больше сил, кружка. Костя! Вот пластик. Я, короче, шибанул прям такой солененькой. Так, налить она жидкость. Она только уменьшает, хп. Нормально все? Да ёпта, подожди, нет. Не понимаю, налить. Это опреснитель стоит или что? Это опреснитель у тебя стоит. Я не знаю, Костян, надо разобраться. Нет, у тебя гриль стоит, поц. Нет, это опреснитель так. Стоит. А как ты понял? Подожди, налить жидкость. Я налил жидкость. Наполнить прежней водой. Не пойму вообще. Левой кнопкой мыши выбить? Я взял... Чего мы не так делаем? Все, время должно пройти, все норм. Время пройдет и... Не, дядь, это ГГ. В смысле? Ты умираешь? В прямом. Я тебя подниму. Стой, сейчас. Во-во-во, я запустил что-то. Я что-то запустил. А что музыка такая грустная? Ты что, вздыхаешь? Музыка грустная, потому что скоро не будет у тебя друга лучшего. Ай! Еще жакул у тебя. Все, ГГ. Болен. А, не-не-не, можно поднять. А, мне нужно найти кровать. Подними меня. Поднимается? Мне кровать мне нужна. Не, кровать мне нужна. Где кровать? Кровать. Тут бы хоть что-нибудь найти. Обычная кровать. Чувак, чтобы построить кровать, нужно гвозди, пластик нужен. Блин. Жесть. Сдохни. Ты меня поднял? Чувак, мне кровать нужно построить, чтобы тебя поднять. Пипец. Понимаешь? Я понял, короче. Там очень много нужно ингредиентов. Смотри, чтобы ты выздоровел, нужна кровать. Жесть. Мне нужно 4 пальмовых этих, мне нужно 4 пластика и мне нужно гвозди. Гвозди из чего делаются? Сейчас, подожди. Гвоздь делается из плана. Ну, это ГГ. Раз, это два, ГГ, мужик. Три. Подожди. Я тебя спасу. Так, все, гвозди есть, пластик и эти, хреновины эти. Все, сейчас что будет. Давай. Жесть, просто жесть. Спасибо, ребят, за лайки. Добро пожаловать на стрим. Welcome. Так, пластик взял. Сейчас, братиш, ты это, только не вздыхай, все нормально будет. Блин, еды нет, ни хрена нет, ну что за бред? Вообще пипец какой-то. Так, все, пластик у меня есть, тебе нужны только эти штуки. Ну, ты понял, какие? Понял, да. Да, ну ты понял примерно, какие. Я пока лежу, да, с кружкой в руке у меня тут... Как бы это... Ну, блин, арбузы надо было жрать, братиш. Кто тебе? Сорян, кто-то пальму все обобрал, я. Ну, а что делать, братан? Есть тяжелая штука. О, бочечка. Блин, надо с самого начала было, короче, вкладывать все в жрачку и в воду. Я просто не думал, что так... Пальмовых листьев много нашел. Нормально, братиш, сейчас все будет. Сейчас все милый будет. Рот в рот сделаешь искусственное дыхание? Рот. Я тут тебе место пока подготовлю под кроватку твою. Мне надо чуть-чуть пальмовых листьев, братик, чуть-чуть. Давай. 4 колосей.
Красава, ребят. О, вот пальмы, подожди. Сразу три штучки. С кем стримишь? С Джоум, ребят, стримим. Так, завезите им лайкос. Кровать. Где кровать? Где, в смысле? Да ладно, поднял? Подожди. А где кровать? А где я кровать поставил? Позволяет спать ночью и лечить больных друзей. При запуске в кровати также добавляет здоровье. Что? А, вот! А, подожди. Она у меня в инвентаре. Или что? Поставь ее куда-нибудь. Так, подожди, а как ее поставить теперь? А, подожди. Блин, чувак, а где моя кровать? В воде. А как ее поставить? Уплыла. Хорошо, как? Как ну, ее попробуй, поставить? Я не знаю, Костян, я играю. Вот она, как ее поставить? Ну, возьми ее, выбери и поставь, наверное, а, не подожди, знаю. А, вот сюда нужно поставить, подожди, оп. Сейчас, нет. Во, братиш, посмотри, братиш. Я сейчас еще от еды умру. О. На, бро. Все хорошо, братиш. Так, еду, сейчас удочку. Да ладно, слышь, прикинь. Ура! Что, прям проснулись, что ли, правда? Да, и смотри, второй преснитель прямо тут поставим где-то, чтобы по красоте было. Подождите. Во. Тут, короче, сначала, я так понял... Подожди, надо разобраться. Наполнить. Наполнил. Налить. Чувак, мне еда нужна. Чувак, еда нужна, я сейчас сдохну. Здорово. Да, я тоже так сейчас, думаю. Подожди, мы... Сейчас мы разберемся, что это за дичь. Ща, ребят. Налить. А как ты поджег? На какую кнопку ты поджег? А он автоматом поджегся, Кость. А-а-а. Да? Угу. Сейчас, подожди. Так, слушай, удочку, ты можешь, братиш, сделать удочку от души? Да если чтобы бы. Половить. Давай, доска. Давай попробуем. Мне только доски нужны, чувак, только доски. У меня куча веревок. Сейчас, давай, просто доски. Оставляй мне все доски. Угу, давай. Сейчас удочку сделаю и что-то словим. Давай. Блин, здесь акула прям вообще просто под жопой плавает. Нормально, все, справимся. Так. Справа листья. Удочка. Одна доска, чувак, я сделаю. Да, вот эту цепляй. Все, удочку делаю. Попробуем. Так, удочка у меня теперь есть. Так. Блин, плот, тема с плотом, с расширением плота, это вообще прям четко этим. Братиш, ставь гриль. Да попробуй сейчас. Так. Сейчас, наверное, я его смогу вот уже поставить. Хлам, представляешь? Вот мне бочка нужна. Если я сейчас эту бочку не выловлю, то все, ГГ будет. Как ловить? Как ловить? Гриль поставь. Понятия не имею. Наверное, сейчас клюнет, я не знаю. О, едет! Плывет, манда! Да вот я... Блин. Изи. А жрет акула слева, алло! Сучка, отожрала кусок. О, плохо среагировал. Не знаешь, на что... Слушай, тут пипец, тут надо как-то это самое, поймать момент. А, подожди, так у меня две рыбы, бро, ты гриль поставил? Нет! У меня две рыбы, если что, но я сейчас сдохну. Сейчас сделаем, Кость. Три рыбы. Хлам, представляешь, так, хлам то, нужен. Что на гриль нужно? Гриль. Тупо обычный хлам. Обычный гриль. А, доска, веревка и хлам. Так, вот тут у меня хлама нет. Хлам, прикинь, в бочке не было. А у меня нету. А, понял. А так я бы сейчас смог его поставить. Хлам, тупо хлам нужен. Хлам из бочек. Это уже 100%. А, слушай, так я передать тебе могу, смотри, сейчас. Давай. На, вот хлам, возьми. Изи. Все, плюс гриль, 100%. Ой, я, кстати, так, могу подъехал гриль. О, я сырой рыбки поел, братиш. Но это не так хорошо, конечно. Ты нормально тебе? Давай, гриль ставь. Сейчас я тебе скажу. Оп, пошел контентик. О, контент пошел. Давай, закидывай. Так. Положить сырое питание. Угу. Лайк, ребята, прожимаем. Вот это мы. Все, пошла. Пошла, жира. Пошла, родимая.
Так. Слушай, нормально у нас плод, все хорошо будет. Так, слушай, ну мы надо. Вообще с тобой нормально это? Так, а как пить? А как пить? Так, слушай, подожди, положить. Пьешь? Слушай, а все на Е на самом деле. Просто тупо подходишь на Е. Ты смотри, ну, у нас, слышь, заполняешь? У нас тут пошло с тобой. У нас прям вообще контентище пошел. Ну давай жарься. Да я рыбку бы еще сделать бы. Да я вот... У меня, кстати, уже по воде. Я пошел расширяться. Смотри, Костян, нам тупо бегать-то туда собирать. Смотри тут. Во. Там нам бы пожрать. И кокулка. Слушай, а как пить? А, пить так, тупо... Наполнить. Да-да-да, там прям... Ну, разберись. Просто там написано прям выпить, типа. О, понял. Блин, как же удобно, когда... Вот эта тема есть. Ой-ой. Ой-ой. Братиш, а все на... Так, короче, я сейчас на вас буду обеспечивать едой, братиш. Да-да-да-да-да, слушай. Я просто мега... Мега этот. Да, мега ловитель. Ты пока, короче, делай, я сейчас еды наготовлю. И ты тоже покушай, у меня все хорошо. Угу. Зашибись. Все отлично. Вообще просто, ты посмотри, это четкость просто повышенная. А, да. вот рыбку как кушать, к сожалению, не знаю. Ребята пишут, парни, ставьте ловушки. Ловушки, не, а что за ловушки? Жаришь ее, она готовится ловушки? И съедаешь. Подожди, ребята пишут с ловушки. А как, ребят? Так, рафер, не забудь крафтить верстак и парус с якорем. Кстати, нам парус нужен, это да. Ловушки, подождите. Парус нам нужен. Так, Генда, здорово, Костян, только приехал с велопрогулки. Про выживание, игра, бро, про выживание. Ребята, а как ловушку поставить? Там на акулу, что ли, ловушка? Там, а я не знаю, по-моему... Ты знаешь, что люди пишут? Что вообще, по ходу дела, мусор они будут ловушки ловить автоматом, прикинь? А, это так, было бы вообще топ, если бы это было. Чувак, я бутылку нашел. Ну, не ту, в смысле, потом я подумал. Я только хотел шуткануть. Хочешь на меня присесть? Нет. Ты нашел, ты и садись. Оп. Так, давай рыбки, слышь, поешь, на, смотри. Давай. Сейчас, блин, как это делается? Сейчас. Так, убрать, нет, подожди. На Е ребята пишут. Так, подожди, нет, вот. Смотри, а ты уже поел? Я нет, вот. Нет еще. Вот же тут же я жарил. А, не-не, рыбу я съел, да. Да. Так, сейчас я еще попью. Я здесь паечка, у нас нормально все. А, понял. Короче, наполняешь пресной водой чашку и выливаешь, да? Да-да-да-да-да. Все на самом деле просто. Так, нам единственное, с чем надо разобраться, Костяныч, надо вот этот вот мусор встретить. Смотри. Мусора очень сейчас много. Смотри, вот прям вот четко я вот так встану. Ага. И прям иди на ту сторону, направо. Ага. Блин, пожрать надо бы. Слушай, вот это прям встречаем, Кость, очень много мусора плывет. Вот это надо забрать. Ребят, не пойму, как делается ловушка какая-то. Аккуратнее, там акула рядом. Твою мать. Я на нее спрыгнул, падла. Зато все собрал. Так. Ага, доску надо было положить. Так, слушай, я сейчас кое-чем займусь хорошим. Угу. А, досок нету, блин. Ладно. Так, тогда... так, смотри, у меня тут еще... Что такое? О, смотри. А, помогай! Карп. Да-да-да, ты хорош. Починю, так, починю. Я починю сейчас. А, у меня нечем. Нормально все. Живем. Кость, бочки, левую бочку. Ага. Бочки вообще категорически нельзя пропускать. Бочки это вообще прям... Да, это маскэп. Это вообще просто... О, досочки, найс. Так, нужно немножко тут расшириться. Раз, два, найс. Нифига, у нас тут, слышь, пошел. Вообще контент пошел. Так, не знаю, правда, сколько мы так проживем. Но мы реально расширяемся. Здесь прям можно побегать, так, смотри, прям полутать. Справа кости у тебя. Ой-ей. Ага, понял. Доски. Тут самое главное, это, конечно, доски, по-моему. Слушай, поначалу точно доски. Нужен стол для изучения ловушки. Вот наконец-то ребята написали кто-то, я увидел. Стол для изучения ловушки. Давай смотреть, что для стола нужно. Хорошо. Так, кровать стоит.
Стол для изучения. А как он нас... А, рабочий стол, да, вот, наверное? Пипец, 14 досок, да ладно. Пошел собирать. Кость, справа, бочка у тебя. Очень близко. А, вижу. Я тут... Как? Я так не понял, как ты наполняешь эти херни. Е подошел, кружку в руку взял, Е. А, понял. И там подошел тоже Е, все. Все, понял, блин, я тупой, ладно. Ну, это не ты точно. Не расстраивайся. Да, я понял. Где-то херня проплывала уже. Почему прям маленечко еще вот так сделаю? Все, тут тупо бегаешь, сейчас собираешь. Нифига у нас, блин, баркас. Это целый этот баркас еще. Спасибо, ребят, за лайки. Спасибо за подписки, так. Располагайтесь. Не забывайте костяну завозить лайкосы. Так, слушай, давай сделаем одну важную вещь. Давай сделаем какой-то осмысленный более-менее квадрат. Вот, из этого говна. Костяныч, всего. Вот сейчас мы расширились. Я предлагаю вот на этом остановиться, потому что, ну, мы очень много нам сейчас... Нужен, нам нужен парус. Вот тут где-то парус нужно поставить. Да-да-да-да-да-да. По центру. Сейчас нужно расшириться, нужны доски для этого. Угу. И собираем много пальмовых листьев. Нам нужно очень много веревок на парус. Нам сейчас нужен рабочий стол. Ребята пишут, пацаны, сделайте рабочий стол. Это очень важно, типа изучите какие-то ловушки. Что за ловушки, пацаны, я понятия не имею, если честно. 14 досок нужно рабочий стол. Да, дядь, я про это и говорю. Ой-ой-ой, блин, ништяк вообще просто. Так, блин, мне рыба нужна прям экстренно. Жарится. Кушай там, жарится. Угу. О, у меня сломался крюк. Блин. Крюк делать вообще не проблема. Я знаю. Блин, у меня нету пластика на крюк. Сейчас. Пластик нужен. Слушай, даже два пластика. Хотя ладно, я сейчас сам соберу тут. Так, а твой скумбри. Сейчас. Крюка нету. Прикинь. Вот это прикол. Крюк, да, быстро отлетает. Блин, это падла у нас кусок отожрала, прикинь. Опять смотри, Кость, справа. Видишь, справа плывет? Видел? Кто именно? А вон опять какая-то тема. Слушай, мы не можем подрулить туда ничем, понимаешь, в чем прикол? Ну а что, никак пока, ладно, ничего страшного. Вторую ночь, кстати, уже мы с тобой переживаем. У нас, ну, по крайней мере, по жрачке у нас сейчас более-менее все в порядке. Костяныч, лови весь мусор, море мусора плывет. И доски плывут, и все плывет. Сейчас. Сейчас рабочий стол сделаем, Костя, я за этот... Чувак, нам нужно выруливать на такие херни, нам нужно их как-то присостыковывать к себе, понимаешь? Знать бы, что там еще, вот что. Нужно ли это вообще? Ну, полюбаться что-нибудь как крутое. Слушай, ну у меня фулл хп, я могу... Блин, был бы якорь, ты бы остановился, я бы сплавал, кстати. Сколько... Чё якорь стоит? Жиза. Чё якорь стоит? Якорь, по-моему, много. Дай три веревки. Есть три а веревки. Как давать, знаешь? Из инвентаря просто перетаскивай. И инвентарь перетаскивай. Инвентарь веревка. Просто на пол кидай. Подожди, инвентарь. А, вот, на, держи. 7 дал. Давай. 7 штук. Вон валяется. Делаю якорь. Давай. Я, правда, не знаю, нахера он и где его кидать, но им одноразовый он или многоразовый этот якорь. Блин, сколько ресурсов плывет, это просто жесть. Ребят, я коплю на рабочий стол. Все, готов. Я кинул якорь. Мы остановились. Мы встали, да? Да, мы встали. И ресурсы все встали. Да, но мы не плывем. Короче, блядь. Давай. Тихо, сейчас. Так. Где ты из воздуха? Я, в принципе, могу сделать туда тебе поближе. Не-не. Подожди. Слушай, ну туда надо бахнуть. Где наплывет? Где? Мне вон, Кость, вон. А, это фигня, это шляпа. А знаешь что, давай я отвлеку, Кость. Давай. Все, я поплыл. Она у меня. Хорошо. Костяныч, у меня. Кстати, вообще на тебя реагирует, нет? Братиш, идем. Давай. Она вообще на него не реагирует. Странно. Так, что у нас тут? Так, смотрю, рабочий. Чувак, смотрю, что тут. Давай. Слушай, а тут ничего особенного, тут... Ставлю типа... рабочий он тонет? А какого хер? В смысле тонет? Боже, тут ящик нереальный, тут столько всего. Все, плыву обратно. Давай. Там, короче, я зашел, она сразу начала тонуть, и я нашел ящик. Короче, это типа неудачники, это типа другие пацаны, которые... А, четкие пацаны. Ну не такие, как мы, пацаны. Конечно. Не-не-не. Мразь, сдохни. Хорош, нормально. Я починю. Давай. Сейчас, как удерживать... Костяныч, у нас появился рабочий стол, пока мы с тобой плавали. Точнее, ты плавал. А как восстановить? Берешь молоток, правую кнопку мыши зажимаешь и ремонт в самом низу. Это я уже прочухал.
Так, и что это за рабочий стол? Вот это вопрос. Что это? Так, слушай, надо якорь поднять. Сейчас. Чертеж, приемник. Какие чертежи нам выпадают? Так, это что? А, Костян, это чертежи надо изучать. Пипец вообще. Блин, что это? Подождите. Доска. Так. Веревка. Я, короче, не знаю, что я тут натыкал, но сейчас. Сейчас что-нибудь получится. Бочки пропускаешь. Дядь, я тут изучаю. Фонарь я изучил. Стул. Средняя грядка. Кость, грядки какие-то. Я не знаю, что это за грядка, но, наверное, ну, что-то типа полезное. Наверное. Посмотрим. Давай, короче, ты занимайся этим. Давай, давай. Этим занимаюсь. Так, смотри, аккуратно, мы тут плывем. Аккуратнее. Я прям с ней подружусь. Слушай, набирай воду, а то я туплю, блин. Набирай воду. Ничего, а есть, есть вода, Кость. Есть, да. Так, я сейчас половлю. Занимайся досками. Ладно, я тоже займусь. Я сейчас половлю, надо половить рыбу. Давай, 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 да. Пайка сейчас, да, нужна будет. Листочек дернул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько всего плывет. Слушай, как хорошо, что мы расширились, а? Ага. Это была вообще четкая идея. Ты просто без проблем бегаешь, просто тупо лутаешь. Давай. Гребаная рыба. Кость, у тебя две бочки так будет, Кость. Женек, Джо, в Курску привет передавай. Я думаю, этот город тебе не безразличен. Спасибо, Женек, Курску привет. Ну, насчет безразличен, не безразличен, такое. Я рад, что я туда уехал. Так. Вижу две бочки, вижу. Грядку. Леха, постройте грядку, это крутая тема. Окей, окей. Сейчас попробуем. Ой-ой-ой-ой, вот это все надо. Костян, нам рыба нужна сейчас будет. Прям тотально. Сейчас, я ловлю, я ловлю, тут просто бочка. Да твою мать, да что ж такое-то, а? У тебя что по еде? По еде занимайся, половинка. Занимайся тогда ловлей, я тут... А у меня нету, занимаюсь. Кость. Не-не, ты лови, 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 да, пока. Я да, пока я, этим... Я, ну я... ты, я понял, я понял. Да, я рыба, а ты это, лови мусор. Ну, есть. Парус, сейчас погодите, так. Ребят, не все сразу. Сейчас, подожди. Так, мне нужно вот эту всякую свекла. Дрянь. Свекла, а-а-а! Свекла, вот это все, я прошарил, вот для чего эти грядки-то. Семена, да, там? Твою мать, семена, Кость. Вот сейчас вот здесь я эту грядку и вкурю. Так, хорошо. У меня сырая свекла есть, кстати говоря. Маленькая грядка. А, какая-то средняя грядка. Ну, 4 хлама нужно. Кость, выкини хлам и доски. Сейчас мы замутим нам грядки. Давай. 4 хлама тебе нужно? Хлам и доски выкини. Да. Хлам на. Доски так. На. Ой, красава. Сейчас пойдет контент. Да. Так. Ну что, я среднюю, да, грядку ставлю? Как-то получилось среднюю выучить. Так, Костяныч, чекай. Опа. Ну что, я, Кость, вот сюда ставлю грядку? Давай, давай, окей. Я думаю, здесь... Блин, ну слышь, за ней полить надо. Так, подожди, и что? И как в нее что-то посадить? У меня семена какие-то есть. Подожди, вот у меня свекла есть, картошка есть. Давай... Давай, наверное... Так. О, чувак, посадил! Поставь доски, у меня досок нет. Ты все забрал. Хотя ладно, вот я нашел. Давай. Я тут высаживаю. Нужна пресная вода, прикинь. Это еще чтоб полить грядочки нужна. Тут ёпты, симулятор садовода, блин, что ли? Доска... Дай, скинь мне доски, которые тебе скинул. Я скинул, Кость. Где? Сейчас, на, держи. На, лови. Ага. Костяныч, надо пресненькой водичкой поддать. На грядочки. А, понял. Чувак, у меня на лоу хп еда, сейчас я... Давай. Я пока побегаю. Потом разберёмся. А что у тебя есть? У меня, кажется, свеклу, прикинь, нашел. Да слушайте, живем, ребят, я не знаю, как мы живем, но Костян поставил хардкорный режим и пошла жара. Может быть, с кружки надо полить? А как интересно поливать? Мне кажется, с кружки. Давай с кружки попробуем. Жрет! Костя, в глаз! Бей! Падла!
нет, 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 нет. Хорош, спасли. Починю. Давай. Так, есть. Отбили, отбили. Слушай, отбили. Надо два гриля поставить. Надо чуть гриль один поставить, блин. Угу. Так, нужна пресная вода. Все, я пошел за пресной наполнить. Так, и чё? Садовод люби. Кстати, а где мой... Костян, у меня тут грядки растут. А, у меня крюка нету? В смысле, я же делал крюк. А, вот. Да, у меня крюка не было, прикинь. Ты чё ж ты? Доски. А, съешь сейчас скоро эту самую. Давай, вот, давай рыбку, да-да-да-да-да. Вообще, вот смотри, у нас тут этот целый. Нормально. Подряд, подряд целый. У каждого свое это. Мы с тобой вообще шарим в выживалках. Я, правда, не знаю, чем отличается хардкорный режим от простого, но, наверное, как акула вроде. Слушай, у меня тут какой-то чертеж-приемник. Костяныч, смотри, туда переноси, чтобы открывать ингредиенты. Ты понял, в чем фишка? Mm-hmm. Понял? Ну, у меня, mm-hmm. не, у меня чертеж есть, приемника. Лови здесь, дядя. Спасибо огромное, братан. Спасибо. Спасибо, что зашел. Что, думал, я отреагирую, что ли, как-то там? А, приемник у меня тоже есть. Ты открывай все. То есть прям туда закидывай. Слушай, все ресурсы. Так, давай вот сюда приемники поставим. Вот, вот сюда. А зачем? Ты знаешь, для чего он? Вот я не знаю. Чувак, это чтобы ловить эту хрень все. Она будет вот тут стопориться. Да, в смысле приемник? В прямом, да. Где он тут? Вот это все будет застревать в нем. Ты понял? Так второй ряд давай сделаем. Кость, смотри, прям вот, давай тогда вот здесь ходим. Да-да-да. Да, или передний ряд. Давай передний, давай. Костян, смотри. Блин, тебя реально акула не жрет. Я не знаю почему. Костя, да, у меня свеколка растет. Так, давай тогда спереди как-то сделаем это немножко. Давай. Да, для этого доски давай. Нужны. Нужно вот тут спереди сделать. Дальше. Костян, чуть-чуть. Я приемник. А где ты, как ты увидел, где вот эта фигня? У тебя где она открылась? Ну, вот эти вот ловушки для ресурсов. Ну, где-то должны быть. Подожди, может быть вот здесь. Деревянные настилы. Крыши. Блин, это надо, наверное, у ребят спрашивать. Вот где вот этот вот приемник? Слушай, у меня что-то приемника нет. Угу. Для ловушек нужен верстак. Верстак сделали. Ну вот, на верстаке. Вот, я подхожу. Удерживать. Так. Ага. Маленькое хранилище. Открыть. Ну вот у меня приемник. Ну, ты сможешь его сделать? Я не понимаю, что жать надо, честно говоря. Они как-то... Слушай, а ты не думал, что поверх этого они делаются? Прям из этих? Не думал? Может быть, прям из... ну, вот этой всей фигни они делаются? Крюк для мусора. Где же этот... Толстый шуруп. Стоп. Ага. Трофей из акулы, полка, табличка, календарь, стул. А куда же добавился этот приемник? Слушай, его только на верстаке, наверное, можно сделать. Угу. Вот грядочки-то я нашел наши. На верстаке. У меня просто... Вот, смотри. Знаешь, сейчас что изготовим смотри. Грядку? Вот, возьми вот это. Братан, сейчас я еще одну грядочку сюда. А, это антенна. Подожди, чертеж антенны. Слушай, я пока посажаю, Костяныч, по две этих. Смотри, у меня растет здесь все. А, нормально. Все прям четенько, да. У нас там пайка еще растет. Я, правда, не знаю, чем она хороша, но... Пригодится. На верстаке ребята говорят. А как... Так, Dark Fox. Камень. Сделай. Так, Dark Fox пишет: привет, бро, сделай весло, чтобы плыть к островам и менять траекторию. Краснотерка какая-то. Как же вот эти захваты-то делаются? Вот ага, как вот понял. Понять? Блин, это ребят, вопрос. Не все сразу, тут все нужно делать. Пацаны, здесь, да-да-да. Но... Мы просто вообще не проверяли. Кость, бочка, видишь, да, прям в лоб. Ага, забираю. Угу. Блин, вот бочки вообще нельзя пропускать. В бочках-то, посмотри, картошка, фигошка, еще веревка, что-то. Веревка, камень, да. Да-да-да-да-да. Так. Так, весло. Где у нас весло? Вот весло. Так, чувак, я сделал весло. Теперь угу. сможем менять траекторию. Костян, сейчас с едой будут просадки. Съешь. А, у тебя все? Готово, вижу. Так, смотри, весло. Неплохо. Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Хорош, весло, свеколка. Весло готово. Свеколочка прям сходит. Изучи гвоздь, Лех. Ему добро. Сказал, перетащи простые вещи, чтобы изучить, в смысле? Гвоздь, гвоздь. А, гвоздь сделать надо. Хлам. А, Костян, нашел! Сеть ловушка, братан! Нашел рецепт. Кость, дай два хлама.
Все, сейчас будут, сейчас все будет, Костян. А у меня нет, у меня нету. Ой-ой-ой-ой, бочечки ищем. Костяныч, давай. Давай. Все, пацаны, спасибо. Нашли. Все, нашли тему. Короче, как это делается? Как это делается? Я так думаю, Костян. Жрет, Кость. Бей. Красиво отбили. Починю. Падла, еще, блин, акула это. Так, еще бочка. Блин, вот это интересно становится. Я не думал, что так здесь будет в этой игрухе интересно. Давай я с этой стороны. Давай. Костян, я бочку заберу, давай. Давай, заберу. Блин, хлам нужен, хлам. Как, хоть, я не знаю, хоть что угодно. Один еще хлам, Кость. Угу. Бочка. Давай я заберу. Угу. Сеть. Я так думаю, что мы... Костян, я предлагаю, знаешь, какую идею? Вот так вот прям сеть вот эту выставить. Вот так. Впереди нашего баркаса, правильно? Угу. Пусть она ловит все подряд. Хлам есть? Пластик, доска, блин, падла. Нет, Костяныч, вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опасно. Вон, видишь, опять слева, Кость. Видишь? Вон слева. Да. Попробуй к нему подплыть. Костян, давай. Интересно, она вообще... поворачивает, Костя, поворачивает, ты видел? У меня свекла аж зашла. Ай-яй, тут две акулы, сука. В смысле две? Две? Да. С рояля их две-то стало. Поставь сетки. Сейчас, ребят, их надо сначала выучить. Залипательная игра. Блин, я сам залип в нее. Да. Смотри, так. Костян реально гребет к нему. Сейчас, когда гребешь, типа, да, можно, наверное, поставить этот. Как он называется, да, Кость? Якорь. Якорь бросить, да, блин, и все. Блин, ну, чувак, мы сейчас... Нет, на якоре слишком много тратится... Спасибо, Юрий. Тратится этого всякого фигни. Надо просто подплыть. Угу. Блин, ну давай. Ребят, спасибо всем за донат, обязательно поблагодарю в конце стрима, прям все. Ой, хорош, Костя, тормози его! Сейчас, давай. Все, я перепрыгну, он сейчас сразу тонуть будет, надо наверх. Давай, лутай. Все, забрал. Все, перепрыгивай, Костян. Красавчик, давай, уходим. А ты знаешь формулу энергии конденсатора. Сосать. Блин, правда, потратил нормально так. Спасибо, Юрий, большое. А что это, урожай? Что это такое? Что это, собрать можно? Костя, можешь собрать? Слышь, у меня свекла взошла, может у меня инвентарь битком просто? Что такое? Урожай. О, собрал. Да, я свеклу забрал. А это растет у меня, это не трогай. 4. Подожди, съесть можно. О, я картофанчик высадил. Точи свеклу. Нужна пресная вода. Пресная вода нужна. Вот здесь. Не-не-не, Кость, там я грядками я займусь, ты не переживай. Ты самое главное, эту, рыбу. Хорош, у нас, смотрите, у нас тут с вами... Как этот прям гвоздь. Блин, хлам. Как же мне хлама намутить? Вон две бочки. Давай. Блин, там еще две бочки уплыли, но ничего страшного. Чтобы изучить, Кость... нужно так положить под эти ресурсы, которые стоят после изучаемого предмета. Так это мы уже прошарили, ребят. Уже все прошарено. Нет, а я не прошарил. А, вот, может, ты просто не открыл. Костяныч, знаешь, что нужно? Кость, посмотри еще хлам. Может быть, ты с того ящика подобрал? А, все, я понял. Свеколка зашла. Понял, как это. У меня просто предметов не хватает. Так, мне нужен улучшенный крюк. Чтобы изучить улучшенный крюк, который где он там? Пугало. Постоянный якорь. Нужен железный слиток. Ого, шарниры. Ой, хорошо. Хорошо. Так, крюк для биомусора. Для биомусора? Болт нужен. А как делается болт? Болт, я не знаю. Болт вот как раз из этого он и делается. Все, изи. Сейчас подъедет контент, ребята. Ну-ка, Костян. Так. Дай, Костя, я изучу и все, и погнал. Давай. Все, сейчас будут сетки. Сейчас у тебя будет просто мощь, сила богатырская. Так, пошел. Так, что у меня по удочке? А, удочку надо сделать, совсем забыл. Удочка. Есть сетка, Костяныч, есть сетка. Отлично. Сеть-ловушка, так она и называется. Сейчас я... Ставь ее спереди ставь ее. Да. Костяныч, не-не-не, бочки. Бочечки нельзя пропускать. Короче, смотри, нам нужно сделать еще. Костян, у меня крюк спереди. Застрял. Что делать? В смысле застрял? В прямом, вон в деревяшке застрял. А, все. Ну, не знаю, правой кнопкой. Ой-ой-ой, еда, Кость. Что с рыбой? Рыбы нет, у меня удочки нет. Я удочку сейчас пытаюсь сделать. Мне нужны доски. Бро, дай свеклу хотя бы. Сейчас. А, свеклу, да, сейчас дам. Я сейчас реально откисну. Я уже даже не бегаю. Ну, запрыгни. На, свекло. Давай. Угу. Подожди, а вообще свеклу... А, говорят, у меня болт есть. О.
У меня разве болт есть? А, у меня болт есть. Так, подожди. Болт. Так. Опаньки! Бронко, я считай, понял, брон. Крюк для мусора вижу. Братиш, я... братиш! Я могу улучшенный крючок сделать, это вообще как у папы. Красавчик. Нужен хлам и болт. Но прежде нужна удочка. И удочку я могу улучшенную сделать. Давай. Занимайся. В смысле, а где мой болт? А как болт сделать, подожди? В смысле, что за бред? Мокрый кирпич. Все, нашел. Гвоздь. Подожди, а как сделать болт? У меня одни гвозди. Болт из этой делается. Из чего? Сейчас она нам сожрет тут все вместе со столом. Мразь. Мы ее что, убили? Костя, акулу убили. Да, а ну-ка, а что с ней можно сделать теперь? Я не знаю. Трофей. Давай, а? как, чем? Голову забрал. Голову забрал. Плыви, голову. Голову взяли. Найс. Давай. Короче, сейчас трофей из акулы, там трофей можно от пугала. Да, я видел. Давай. Хорош, башку забрал, прикинь. Смотри, короче, тут где-то в самом низу есть. Пошел контент. Красный якорь, сейчас. И акуле и мясо, кость забрали. Подожди. Реально голова. Вот, трофей от акулы. От акулы, давай. Дай голову. Дай голову, скинь. Сейчас найти бы ее. А, во. Надежда. Смотри! Чаечка! Я чайку убил! Так. Вот, трофей, вот. Братиш, у меня вы мясо зашибись. Жарить, так, трофей от акулы. А я в курсе. Люди говорят, чего вы тупите? Картошку можно прям жарить. Маленький, так, я правда не знаю, куда его ставить. Нужно на какую-то полку, наверное, сейчас будет. Больше будет. Средняя кладка для арбузов и тому подобное. А, слушай, мне нужна какая-то полка. Сейчас будет полка. Так, спасибо. Под островом много полочка. Полезных ресурсов добывать можно с помощью крюка. Так, я понял, что мне нужно. Если скрафтить флажок, я понял, что мне нужно. Так, нужен топорчик. Ветра. И. Блин, жесть, мне сколько информации сейчас дали, я чуть с ума не сошел. Да, блин, мне тут тоже просто жесть, мне понаписали столько всего. Так, все, подождите, ребят, сети. Меня сейчас интересует, где сети. Вот, сеть ловушка. Блин. По два гвоздя. Так. Нифига себе. Сеть ловушка. Что-то больно дорогое удовольствие. Это сеть ловушка, ребят, я вам скажу. Прям такое дорогое реально удовольствие. Два гвоздя, прикинь. Это надо хлам где-то взять. Братиш. Ты видел, что я поставил? Че? О, ну у нас теперь элита. Братиш, я сейчас сдохну! Ну, запрыгивай. У меня сил не хватает! Сука! Бля, я не знаю, как тебя? А, лопатой! Давай! Ну! Хорош! О, у меня просто по еде пипа. Дай пожрать. А вон, лопатой. жарится. Сейчас. Надо гриль еще один поставить. Сейчас, где гриль? Господи, я чуть не обосрался. Доски, блин, досок, чувак, нет. О, как у меня. Сейчас закину. Все. Сейчас. Дай досок, если есть. Я гриль поставлю, еще будем жарить. Сейчас. Да не, Костян. А, ну в принципе, давай. Так, доски, на, держи. Слушай, у меня досок вообще прям бодро. Я понял, у меня мало досок. Запарило, блин, то, что мы падаем здесь постоянно. Во. Расширили мы маленько этот наш. Смотри, братиш, как, а? Так. Во. А, у меня доски не осталось. Пошел, поставь, баркас. Кинь доску. Так. Неплохо. Ой, боже мой. Чуть не обосрался. На гвозди, ребят, вообще гвозди очень дорогие. Реально дорогие. Говорят, люди под островом что-то есть, представляешь? Под островом. А как же туда сигануть? Там же акула съест. По самые эти... Доски нужны еще, чтобы жарилось. Блин. Сейчас я сейчас возьму дам. Одну. Я сейчас тоже возьму. Так. Охереть, конечно. А удочку я так и не сделал, блин. Угу. В суматохе.
Так, ну хорошую удочку не сделал, надо обычную пока. Нужны... Второе акулье мясо, ну вообще ништяк. Да. Ноль, так. Ты видел акулье мясо сколько восстанавливает? Оно почти всю жрачку за раз восстанавливает. Да? Сразу, да. Ой-ой. Вот это хорошо. Пипец, тут, блин, за всем надо успевать, это жесть какая-то. Давай жарься, блин. Жопа. Слушай, нормально развиваемся? Да, вообще нормально. Неплохо, но я не знаю, как мы вообще еще живем, если честно. На этом уровне сложности, как бы, ну, такое себе. Да, Максимальный, да, уровень так. Сложности, если ты поставил, то... Вы что, расширяете свое время? Сначала вы были гамбургеры из Бригеднов, а теперь суши. Да, суши из Акулы. А почему бы и нет? Суши Ко. Так, Taker AMD. Пацаны, как вы там без девок вдвоем? Якорь нужен и верстак. А вот это вот неважно, ребят. Давайте вот эту больную тему мы как бы не будем, да? Так, съесть. Как? Так. О, найс. Главное, смотри, чтобы эти чаечки не прилетали. Так, Мишка, поставьте рабочий стол, и вам откроется много интересного. Спасибо большое. Рабочий стол уже стоит, ребятки. Да, ну это просто старый донат, 25 минут назад. Чеку, ребят, все лайки прожимаем, и мне, и Леша, ребят. Спасибо огромное, ребят, да, за лайки. Кому нравится. Спасибо, от души. Нас 17 тысяч смотрят, все ставьте лайки, ничего кому нравится себе. Игра. Не, у меня всего... Сколько? 8 тысяч, что? Я ж тебе говорю, братиш. 8300, что? На рафте? Добро пожаловать. Больно. Кто там? Вали ее на бок. Ломай ей. А ты говоришь, парус поставь. Здесь парус поставишь, вообще уплывешь тогда. Хорошо. Этот баркас будет плавать нормально. Наш. Короче, у нас проблема. Нам нужно очень много досок, братиш. Досок у меня очень много. Давайте сделаю вообще без проблем. Короче, смотри. Сделай расширение, пожалуйста. Где? Вот сюда как? Расширься квадратом. Вот сюда. Короче, я хочу поставить парус. Для этого нам нужно вот сюда. Во. Раз. И вот сюда. Куда? Квадрат вот такой сделай мне вот тут. Вот туда. Да, квадрат. Вот. Все, Костян, парус, все. Вот ГГ. Парус, все. ГГ, окей. Единственный все. Стример, который делает. Так, смотри. Парус одинокий. Спасибо, белеет Эмпер. Море голубом. Что ищет он? 8, в краю далеком. Что килонул? 8 досок. Помнишь, 8 как досок, дальше? 8. Нет, я тупой. Я стример, братишка. Вот я стример. Майнкрафт моя жизнь. Ебой. Майнкрафт моя жизнь. Вот, я под днищем, нормально. Пробил? Кость, да. Кость, срочно поднимайся, слева смотри. Опять это, баркас этот. Видишь? Плывем, братиш. Давай, греби, Костян. Короче, смотри, я греблю. Давай. А ты, это самое. А я пою, давай. Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Собирай. Чувак, ну ты серьезно, посмотри. Да я собираю, давай, ты греби, вот главное. Моей стороны. Давай, ты главный греби к баркасу. Твою мать! Падла. Бегу. Лопатка. Пластик. Все в дом, все в семью. Так, Ахарт, тебе прима привет с Украины от Юрия. Огромный... Я не буду даже Юрке передавать. Просто всем привет. Он пишет, что не можете задонатить с Украины. Что за... А, ничего это? Страшного, ребят. Ну, у меня нету, я не могу... Как... Может быть, у меня донат пей просто что-то купит. Блин, чувак, лопата почесал. Твою мать, у нас, слышь, знаешь, где кусок отожрали? У нас там, где не надо, кусок отожрали, где трофей висит. Чаечка! Сука! Бей ее, она жрет твои эти. Блин, у меня закончилось, представляешь, этот. Палка, да. Копье закончилось, да ладно. Дело новое, Блин, чувак, я не успеваю за этой мандой. Сейчас. Клам около острова под водой можно добыть с помощью крюк. Греби. Ты знаешь что, ты греби, я сигану, давай. Давай, забирай. Давай, на спилухе, оба. Все, обратно. Нормально. Шарнир какой-то взял. Не знаю, что за шарнир, все. Ой, смотри, как красиво, Кость. Опа. Чувак, а тут смотри, что можно ставить. Че? Это что, обычное? Так, я пошел дальше изучать. Удочки, да, кстати, можно теперь разные. Крюки. Блин, а можно выплатить? Что-то... Блин, у меня сейчас мозг взорвется от количества здесь всего. Деревянный настил. Что просто такое деревянный настил? От всего. Приподнятый стол. О. Прикольно. Блин, мне палки нужны срочно. Кость, смотри, сколько всего проплывает. Это просто трэш. Тростниковая крыша. Мать твою за ногу. Когда это все строить? Я не знаю, дядь, мы еще... Ну, у нас, кстати, так неплохо идет.
Мне сейчас самое главное найти пластик, вот самое важное. Сейчас будет пластик, будет все. У нас тут картофан, так, кстати, сходит с тобой. Мне удочка нужна. Удочка. Делай удочка. Сразу хорошую. Изучите шарнир. Веревка нужна. Веревка, сейчас веревка, подожди. Сейчас, ребятки. Так. Не, на хорошую у меня не хватает болта или что там? Болт что нужен шарнир? На хорошую. Костя, я изучил. Подожди, а у тебя рецепты добавляются, которые я добавляю? Вот смотри, раз. Нет, у тебя добавился сейчас в правом верхнем? Есть пара. А, изучено хранилище? Вот, видишь? А, ну, вот так вот. Так, братиш, удочка у меня, в принципе, есть. Вот. Это хорошо. А там глина, песок, хлам и камни. А что по еде? И тому подобное. Давайте вот это съем. Есть еще топор. На острова высаживаешь... Блин, сейчас башка взорвется. Почти, такое почти количество инфы. Инфы очень много, да. Просто жесть. Доска и листы. Ребят, подождите, сейчас мы постараемся разобраться. Спасибо большое, Юрий, спасибо. Спасибо вам, ребят. Собираюсь. Чайка! Где? Падла. А, сука! Найди! Что ты смотришь? Что ты смотришь? Спасибо, Юрчик. Большое тебе от души. Огромное спасибо. Ребят, все прожимаем лайки. Спасибо, так, ребят, ладно. За лайкосы. Да, да, да. Ай. Короче, смотри. Угу. Я сейчас ставлю парус, вот, и следующее, что мы делаем, мы, смотри, знаешь что, нам нужен перед корабля, я думаю, перед плота. Мы сейчас вот тут, мы вот туда плывем, мы сейчас вот тут немножко удлиняемся вперед, и там делаем огромный такой перед. И там ставим приемники. Вот. Много нужно на приемник всякой херни, скажи мне. Если вы вместе поспите на двух кроватях, ну я имею в виду вот этих всех. Ёпта. Бочку. Давай, я встречу. Да, еще ладно, одна, Кость, давай. Все, забрал. Главное, бочки, в бочках очень много всего. Угу. Я хочу сейчас парус поставить. Останавливайтесь сейчас около островов с помощью якоря. Там вы добудете... Так, ребят, все, что с вами, пишите. А под островом я ставлю парус. Медь, железо. Где мы хотели его? Ребята, а вот говорят, под островом, обязательно лутайте острова. Добро, ребят, сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Нам якорь нужен. Временный якорь сколько стоит? Так, подожди. Веревку стоит. Ну, в принципе, это норм. В принципе, это... Где-то там. Оп, оп. Так, сделано. Сейчас мы с вами да сеточку. Да ладно, перестань. Нормально же общались. Досочки. Так, ну чё, пошла жара. Костяныч, ну чё, спереди ставим эти сетки? Да, но нужно удлинить туда немного. То есть не тут же их ставить, а подальше. Почему? Ну, я предлагаю вот, прям вот отсюда, нет, вот начинать. Чтоб, нет, чтобы красиво было. Подожди, ну перестань. Нет, не надо. Давай красиво сделаем. Так давай, тут нет, я тебе говорю. Там, когда давай вот чуть дальше. Тебя плывет, можно. Ну, конечно, бомжи, но, блин, давай вот, чтобы добавить. Потом не переделывать два раза. Спасибо. Костяныч, давай, я предлагаю... хочешь прям, давай прям отсюда начнем. Здесь же все равно мы не все успеваем. Вот смотри, вот у нас прям под носом проплывает. Не-не-не, мы сейчас туда удлинимся, мы просто там сделаем перед в бок. Понял, в чем я? То есть перед нет. корабля сделаем так. Там будет все ловить. Блин, давай, ну давай. Послушай меня. Не-не, давай, без вопросов. Я просто пока будет сетки крафчу. Просто у меня план поставить огромную башню, и нам нужно, чтобы красиво все было. Давай. Я тебе базарю, смотри, короче. Слушай, ну у нас вот эта вот основа мне очень нравится. Смотри, вот так. Вот. Теперь вот сюда, понял? Оп. В другую сторону. Угу. И вот там все делаем. То есть вот тут уже можешь, в принципе, ставить сетку. То есть смотри, ты хочешь сделать вот здесь, как рабочая зона для улова, да, правильно? Да, здесь да. ты хочешь сделать кухню. Дальше а тут уже... Тут у нас всякая угу. херня. Да-да, вот здесь да. вот всякая херь. Вообще только за, давай. Вообще. Все, я доски собираю сейчас, достраиваю. Как эти люди называются, которым, типа, нравится все красивое, как это? Перфекционисты. Эксгибиционисты, да. Не-не, перфекционисты это твоя бывшая. Это, ну да, тоже верно. Забыл просто. Надо навестить. Вот, это перфекционист. Лайк чат, если ты перфекционист, я тебе нравится. Перфекционист. Ой-ой-ой, с водицей. Костя сейчас сожрет все. Алло, пока. А! Нифига, она жрет. Мой косяк. Костяныч, а у меня этого просто нет. Как он называется сейчас? Слушай, а почему у меня... у меня что-то... Мне не хватает пластика. Сейчас. Ой-ой-ой, сейчас я откисну. Ой-ой-ой, все плохо, все плохо. Все очень-очень-очень плохо. Сейчас, бро. Все, я понял. Живем. Сейчас, Костяныч, я что-то пропустил здесь момент, пока бегал. О, сырую свеклу. Давай нормально, кушай, все нормально. Сейчас я. Джов, хозяюшка. Жиза. Няюшка. Вот тут уже можешь ставить свои... Добро. Сейчас мне попить надо срочно прям воды.
Ребят, ну должен же быть красивый корабель. Не-не-не, я полностью ладно, поддерживаю. Ладно, Форусти у нас обоса... Красивый, звезда. Да. Блин, копье мне, срочно плюс, нужно копье. Да, кстати, мне тоже. Костяныч, ты знаешь, что в чем косяк вот этой схемы? А ты не боишься, что акулы будут жрать, мы просто тупо успевать не будем добегать? У нас, во-первых, сейчас акулы не так часто нападают, если заметить, у нас трофей вот слежит. Будет больше трофеев, угу. Будет жестче. Все нормально будет, братья, все нормально. Давай, я только за. Не, у нас просто мы, я думаю, в будущем мы так разовьемся жестко, что у нас вообще будет огромный корабль и будет много разных штук против акулы. Так, Костяныч, давай попробуем, что такое сетка. Куда ставить, короче? Вот. Она квадратом ставит. Передок вот. Перед, вот здесь? Вот сюда. Вот здесь? Вот тут, да, вот тут, да, ставь. Вот сюда, вот внутрь, в море, смотрит. Вот сюда. Нет, вот сюда, вот, в море смотрит. Не, ну я говорю, вот, правильно, перед нами? Да, вот сюда, да, перед нами ставит. Поставил. Ну все, ждем. Что-то я не знаю, она как-то криво стоит, сетка, но, наверное, так и должно быть. Я хз. Ну, типа, видишь, она боком стоит. Но она, наверное, будет ловиться, Костя. Это, наверное, просто типа анимация такая просто. Бля. Не, ну я не шарю, бро. Ее на R можно было повернуть. А, я понял. Я не поверну. Ну, ничего страшного, ладно. Да не, ладно, ничего страшного, буду знать. А вот сейчас посмотрим, смотри, плывет хлам. Не, Кость, попадает. Нормально. Все, не-не-не, нормально, как она, неважно, как все, она повернута. Смотри, оп. Не, давай, чтобы было красиво, поверни нормально. Понял? А я, Кость, уже не смогу ее повернуть. Нет, будущее имею в виду. А, ну в будущем без проблем. Спасибо, да. Юрка, большое. Спасибо тебе, брат. А, жопа. Блин, доски нужны. Кость, дай досок, потому что сейчас отбиваться от акулы нечем. Сейчас. Угу. На. Чуси, у нас тут вообще просто Dream Team, блин, одна доска нужна. Интересно, а сколько в эту ловушку может попасться? Максимум. Да, я думаю, дофига. Мне тоже кажется, что это не на одну, наверное, да, правильно? Сколько это говно стоит? Ой, Кость, очень дорогая ловушка. Там и хламы, и не хламы. Костя, там такой остров! Мать! Там надо. Срочно якорь! Там надо не просто якорь, там надо, я не знаю, там. Якорище! Что надо, говори, ресурсы какие нужны. Две веревки и все. А веревки я сейчас сделаю, все. На, кучу веревок, на. А не, я сделаю, у меня куча листьев, говны. Давай. Листьев, сейчас подожди. Листьев, да, кстати, где? Очень много. Вот веревка. Все, якорь сейчас сделаю. Давай. Где он? Костян, там не остров, там просто... На X убери. Подожди, а ее уберешь, это она исчезнет же, да? Все, чувак. Подплываем. Ес, остров. Давайте попробуем. Сейчас мы, чувак, там нафармим с тобой. Якорь есть. Все. Спасибо, братан. Костяныч, я под фэншуй сделал. Все, как сказал. Красиво. Повернул красиво там все. Красиво, да. Это, знаешь, это как сисечки у девушки должны быть. Да, вот с языка прям снял. Прям вот. Прям так, жуза. Так, все, я подплываю к этой Давай. К этому прекрасному... Кость, где-то внизу сказали. Что-то там внизу какой-то золотые запасы этого. Ой. А мы уперлись, слышь? А мы прям... Не, он сейчас оплывет. Костян, этот надо якорь или как там, да. Блин, а где же там все? Прям сейчас? Давай, лупи якорь. Давай. Ведро с спиртофаном. Чайка, я тебя. Сука. Вот мразь. Ладно. Блин, дай две доски. Сейчас. Давай. Изи. Я отбиваться от этих чаечек. Ага, понял. Падла. Так, ну что, стягаем, Кость? Так, подожди. Труба выхлопная! Чё? Я тебе отвечаю, смотри. Смотри, дядя лежит, прям меня ждет. Давай, слушай, надо убить эту манду. Ну, ты понял, какую. Подожди, а как? Ее как-то привязывать, что ли? Слышь, трубу надо забрать. Слушай, давай, нам надо акулу, чувак, убить, иначе она будет нас грызть. Давай акулу. Чувак, акулу давай убивай. Давай. Куда? Куда ткнуть? Вот она плавает. Она нам не даст пофармить. Давай. Сейчас мы ее затыкаем. Давай, затыкай. Я прям сверху на нее смотрю. Вон она, плывет. Вот, да, падла. Блядь. Сейчас. Все, спрыгивай. Пошла, родная. Твой. Где она? Ой, что-то вот. Она глубоко. Она в глубину. Да, что-то на самой днище. Возвращается. Спасибо. От нее уворачиваться, кстати, можно в воде. Как? Нет, нельзя. Ну, так, чисто. Оп. Блин, сейчас, Костян, я тут маленько попью, а то у меня все печальненько. Кстати, мне уже тоже нужно поесть. Сейчас сделаю. Сейчас я тебе все, Кость, подготовлю.
Вот нам акулу. Хорош, 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 хорош. На, падла. Как ее? А ее вообще в воде мы попадаем по ней? Все, уходим, уходим, Костян. Ну ее в жопу. Сейчас. Не-не, сейчас мы ее убьем, чувак. Она просто не даст пофармить. Так. Блин, там... Короче, я выхлопную трубу... Из выхлопной трубы взял этот хлам. Хлам добыл. Там, короче, кнопку зажимаешь, и он типа крюком прям разбивает ее. Понял, да? То есть фишка в том, что в принципе можно ее убить или отогнать и нафармить. Пошел, погнали, погнали, Костян. Вот она жрет. Давай, сейчас, сейчас. Падла. Где моя? Давай, 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 давай. Тыкай в глаз ее. Муж, мразь. Я тебе... А, не-не, под водой можно ее, слышь? Коцать. Я знаю, так я бил ее под водой, у меня просто лоу хп. Ой-о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 й-
постепенно сама восстанавливается. Блин, у нас это, слышь, Кость, собери картофан. А, сейчас. Костяныч, картофаном, короче, можно этот делать. Жарить. Люди говорят, рубите пальмы. Рубите пальмы. А, топор нужен, у нас топора нет. Блин, а у нас, подождите, доски. Топор. На топор нужны, чувак, много досок. Короче... вот она плавает, звезда. Угу. А, чувак, я жду... В смысле? Она меня укусила. Почему? Подними меня, я в воде, я в воде. А как поднять, Костян? Кстати, спасибо, ребят. Е. Но блин, чувак, Е. Лучше. Да. Еще давай, Костян, на кровать, давай! Наверх, наверх. Ой! Ой, хорош! На кровать, на кровать. На кровать, на кровать. На, просыпайся. Ух. Ты нормально? Да. Не знаю, мне показано, что ты в кровать лежишь. Здорово, ребят. Пипец, как мы выживаем, как боженьки тут. Хорош, встал, все, живой? Да. Красавчик, да, вообще. Да. Так, паечка. Давай. Сейчас все поджарим тут. Наполним. Ребят, все прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо, братцы. Спасибо за подписки, за лайки. Стримлю сегодня с Джоом. Залетайте обязательно. Поддержите. Слушай, у меня почти 20 тысяч онлайна. 20к? У меня 10 тысяч, Костя, на рафте. На рафте. Так, рафте, да. Что? Нормально. Что просто? Лестницу так, постройте. Слушайте, ну, кстати, ребята правильно говорят. Блин, подожди, нам нужен топор. Давай скинемся ресурсами. Давай один хотя бы. Давай. Так, у меня досок нет. Хлам есть. Могу хлам дать. Так, подожди. Топор. Давай. Мне нужны 8 досок. Все остальное у меня есть. Блин, и что с досками делать? Дядь, давай я туда вот сигану. Вон там доски. А, ты можешь ее отвлечь? С той стороны прыгни. Блин, она прям под нами, падла эта, плавает. А вот она, вот она. Давай. Слушай, давай ее как-то убьем. Как, вот как, понимаешь? Как какую-нибудь надо... Какую-нибудь херню, чтобы ее прям... Ее так, понимаешь, не ткнуть. Ты понял, что она делает? Она кусает и сразу на дно уплывает. Вот мразь. Просто мразота. Слушай, давай, может быть, как-то вверх? Блин, а вверх нет. Кость, я знаю, что предлагаю? Чуть сейчас мы тупим. Ну, встретился нам остров. Мы здесь залипли, мы не собираем ресурсы. Давай дальше проплывем, и к следующему острову у нас будет готов и топор, и все, что можно. Подожди, сейчас. Хотя, да, ты попробуй что-нибудь на острове там выдернуть. Блин, я вон еще что-то вижу. Блин, а тут как-то подняться надо, я подняться не знаю. Так вот, и ребята и говорят, что нужны ступеньки для этого. О, подожди, что это такое? Говорят, в постель нужно... Твою мать, Костян, забирай меня из воды. Она меня сожрала. Блин. Блин, жестко. 8 тысяч лайков, ребят, добро пожаловать на стримчанский. Располагайтесь. Сейчас. На Джова ссылку кидать не буду. Я сейчас лягу, подожди. Найдете. Давай. Ага, тут быстро. Блин. А ты где? А я где бочка? Прям перед основной нашей этой. Я мой косяк, ребят. Накосячил. Понял, сейчас. Блин, офигенная тема. Блин, обязательно продолжим в эту игру играть. Конечно. Все, вижу, тащишь. Давай, пошел. Дотащил? Ты думаешь, ты лучше, блин? Блин, чувак, я не знаю, как наверх подняться. А что происходит, Кость? Что за... Дождь. Это... Это туман, что ли, тайфун? Слушай, я тогда убираю якорь. Убирай якорь, к чертовой матери. Все, поплыли дальше, да. У нас просто ни досок, у нас ничего нет, у нас даже пожарить нечего. Короче, давай к следующему острову топор найдем. Подготовимся, Кость, подготовимся. Да, подготовимся. Так, вот бочка тут есть, подожди, сейчас бочку чекнем. Тут куча досок, блин. Давай, Костян, все, посрать. У нас последние эти. Чё за жесть, ты посмотри, какой тайфунище. Тут реально, что ли, тут и штормы могут быть какие-нибудь? Да, я запрыгнуть не могу. Костян, чё так, за... Твою мать. Слышь, ну сейчас воду вообще... Две доски? Подожди. А, мы уже не успеем. Да ладно, Кость. Топор, короче, что ладно. Что за жесть? Ты посмотри, что творится с погодой.
Так. Это типа рандомная погода, что ли, здесь? Костяныч, дальше сеточки пошел ставить. Давай. Сейчас, бро. Я сейчас уже топор сделаю скоро. Давай. И мне сейчас, я сейчас прям плотно буду доски фармить. Костян, один топ... Ты слышишь, у нас баркас нас не затонет? Ты видел, что творится? Что? Он под воду уходит, Кость. Блин, а что делать? Я не знаю. Муравью хер приделать. Что еще делать? Ну, я не знаю. Нормально вроде пока. Не-не. Так. Одна... Боже! Ты посмотри, я тебе говорю. Ты посмотри, он как у нас проседает под воду. Блин, ну я хз. Юрий, большое спасибо. Предложи для харда в танке сыграть для лампы, чтобы посмотреть, как он играет в игры, где надо потеть. Братцы, вообще без вопросов. Меня хер все напугает. Смотри, что за трешак пошел? Дядя! Что за трэш? Живем. Слышь, это буран какой-то, я не знаю, тайфун, буран, Нептун, Плутон, там что там. Я, ребят, не против танки поиграть, меня только не умею ни хрена. Слушай, нет. Ну можно попробовать как-нибудь? Да вообще на изне. Можем вообще, знаешь, как забиться. Я думаю, всей аудитории будет интересно. Ты меня в танке поучишь, я тебя в КС-ку поучу играть. Вот это уровень. Хоть по одному стриму, так чисто по фану. Я бы в танке поиграл, почему нет? Ты что? Я упал. Нет. Акула, блин. Костяныч, я еду. Слушай, давай собирай, эту хрень всю. Потом все. Я сейчас уже топор сделаю. Кость, сейчас нужно собирать, сейчас все нужно собирать. Бочечка. Давай. Бери. Так, топор у меня уже есть. Все. У меня есть топор. Кость, ну вот этой сетки это бомба, Кость. Сетки это тема. Да, Костян, сетку жрет, падла! В глаз не тыкай! Куда в сетку не трогай! Так, почини. Она не сдохла, Кость! А ее не видно, когда она подыхает. Ты заметил. Вот она плывет. Плавает, да? Кость, сейчас починю, подожди. Чиню. Сетку вообще нельзя трогать. Вы что, она дорогая очень. Все, нормально. Сейчас, подожди, я чекну еще одну сетку. Кстати, мне вода нужна. Здесь постоянный в этой игре трэш. Просто постоянный по КД. Кость, вторая сетка подъехала. Ага, сейчас хорошо, пойдет хорошо. Контент. Подождите. Топор есть, короче, готовый к следующему. Изи. Слушай, ну сетка это топовая тема, это реально, ты прикинь, мы весь нос можем разгрузить и вообще не лутать перед. Реально, смотри, она ловит, вообще очень крутая тема. Что мне там не хватает? Сейчас я застрою все сетками здесь. Кость, еще дай досок, если есть. Нету. Короче, нужен пластик, Костян. Основной упор пластик, доски. Ты посмотри, у нас баркас насколько проседает под воду. Блин, когда уже этот трешак закончится? Не знаю, чувак. Ты посмотри, слышишь, еще шторм начался, Костя. Его надо просто больше делать, чувак, чтобы он так сильно не проседал. Грядки уплывут сейчас мои. Падлы, грядки не трогайте. Так, я пока еду делаю. Давай. Твою мать, грядки, грядочки. Главное, чтобы грядки не уплыли, там грядки хорошие. Блин, что я делаю? Да блин, да что ж такое? Давай. Ей. Блин, с досками. Короче, нам надо до ближайшего острова и нарубать топором кучу досок. Да, Кость. Тогда у нас никаких проблем уже не будет, чувак. 100%, бро. Я тут за кухней, если что, посматриваю. По синему морю, к зеленой земле. Подпевай, Кость. Я не помню. Ну ты чё? Плыву я на белом своем корабле. Он тоже там, помнишь, мамонтенок печальный плыл. Так, бокс-ящик, большое спасибо. И бастиончик, спасибо. Спасибо, ребят, за донаты. Спасибо. Как Алина, она, блин, заболела серьезно. По-моему. Да, она что-то прям приболела очень хорошо. Этот вирус, что ли, какой-то? Она, видать, может, из-за перегруза. Она месяц уже болеет, это не есть гуд. По-моему, она даже сейчас в больнице, Костян. Надо, я... Позвоню и завтра узнаю там, что-нибудь, как у нее дела. Давай. Потому что болеть нельзя, ребят. Не болейте. Это не есть гуд. Главное, организм, ребят, сильно не напрягайте. Потому что, ну, жизнь, она одна. И это да. Будет плохо очень, да. Всех денег не заработаешь. Согласен. Отдыхайте, ребят. Хотя бы на наших стримах просто отдыхайте. Так, чувак, смотри, в ту сторону я уже проделал. Примерно. Угу. Видишь? Сейчас до этого уровня доделаем. Костяныч, я вот здесь вот сейчас буду тоже... Все, погодка на это самое. Налаживается. Да. Налаживается, да. Кость, сейчас весь упор прям доски. Блин, да сколько можно? Ой.
Ай-ай-ай! Бочечка. Сюда. Чем больше плот, тем сложнее. Да-да-да-да-да-да-да. Нам тут в центре нужна будет дырка какая-нибудь, чтобы сейчас выплывать. Кстати, можно, да, этот люк сделать? Люк, да. Слушай, ну тайфун, погода налаживается, тайфун ушел, но осталась вот эта вот, ну, ерунда. Так, еще плюс сеточка. Сейчас сделаем, ребята. О! Там уже трешничек у нас, Костяныч. Блин, бочка, Костян! Давай! Где? Изи. О, окей. Картофан подъехал, сейчас картошечка пойдет. Покушаем. А я, знаешь что, Костя, я ее это... Я ее тут потихоньку высаживаю. Кажется, или нам надо плот развернуть? В смысле развернуть? Смотри, как плывут эти херни. Они как-то непонятно плывут. По диагонали, видишь? Как развернуть плот? Подожди. Ну, надо разобраться просто тупо. Ну, смотри, они оттуда плывут, а раньше плыли вот оттуда. Да. Слушай, нам надо по прямой, Кость, сделать, чтобы доплыли. Или, слышь, может из-за шторма поменялось? Блин, все может быть. Как варик, Кость. Все, угомоняется погода. Пипец, ребят, шторм такой пережили. Я тут чуть не это, не того самого. Так, у меня тут ловится рыбка большая и маленькая. А, не, все нормально, вроде бы. Не-не-не, мне кажется, это из-за шторма, Кость. Все может быть. Угу. Короче, вот тут какой-то люк можно сделать, в принципе. Да. Блин, ну ловушки, спасибо, это топовая, Юра, тема, ребята. Это просто топ. Так. Веревки, топор доска. Есть. Здарова, бро. Так, хочу удочка есть. Всем сдать информатику. Сам сижу, готовлю, парус, а, говорит, пару поставить, чтобы еще развернуть парус. Давай сделаем, Кость, давай. Так, давай. Пацаны говна не пожелают. Если 7 досок нужно, все остальное у меня есть. А также 7 досок на мои. Давай, я ставлю парус где-то вот сюда. Ребят, я с вашего позволения, пока парус крафтим, хотел бы завтра, да, пожелать всем ребятам, кто завтра сдает всякие экзамены и так далее. Ребят, мы тоже когда-то с Костиком что-то где-то сдавали, и нормально. Ну, про меня говорить, да, не стоит. Я кроме школы ничего не закончил, чувак. Ладно, я, блин, мог бы поддержать, сказать, что, типа, стример умный, стример не дурак. Бей манду. Все, кто, ребят, завтра что-то сдает, я желаю вам все сдать успешно, удачно, и чтоб не было никаких у вас косяков в учебе. Учитесь, ребят. Ну и временами, да, к нам залетайте. Присоединяюсь. Вы уж не забывайте. Уже 3 доски нужны. На, лови. На, давай. Кость. Давай. На, 6 я прям скину. Все, ставлю парус. Угу. Так. Слушай, не, у нас ставим? Ну нормально. Кость, я думаю, ну парус, ну в центре, ну логично. Где-нибудь вот прям вот сюда, вот его воткни, вот сюда. Вот сюда. Нет, там у нас. Или вот сюда, да, давай. Прям пальцем так тыкает, как это. Нифига себе парус. А он поворачивается, Костян? А, это за место весла, короче, слышь? Ты быстрее, типа, сможешь передвигаться. О-хо-хо-хо-хо, братик! Хорош, тормози! Тормози, дядя! Не успеваю собирать, тормози! Смотри, прям на бочечку летим, братич, прям на бочечку! Новый видос, найс, контент подъехал. Спасибо. Пипец, блин, что за жесть? Эй! Р вот. Зажимаешь и поворачиваешь. Угу. Не, а как спустить? А, его нельзя спустить. Все это, братиш, это навсегда. Все? Forever? Да. You will be friend? Дядь, посади еще, если есть лучок, свеколка, там что-нибудь посади еще, местечко одно есть на грядочку. Блин. На, тебе сам занимайся этим. Давай вообще на изи. О, лучок подъехал. Эх, лук, лучок! Золотая луковка. Так, чашечка. Оп. Здоров, Лех. Смотрю тебя давно, но доначу впервые. Попробуйте в центр плота сделать равный. Так, что я хотел? Я хотел доделать, да, вот надо доделать. Если что, добавь стиль. Думаю, вот так. Вот тут у нас будет небольшой такой. Я вот здесь пока расширим. Угу. О, привет. Ставь сетку через. Так, я думаю, где-то вот досюда у нас будет. Вот тут будет край корабля. А как демонтировать, Костян? Я что-то, блин, мискликнул случайно. Не по X, по-моему. Но это он с нулями убирает, не останавливает. Блин, да-да-да, вот мне и надо. А как убрать? Блин, я накосанул здесь в одном месте. А, я понял. А я не знаю, как убрать. Сейчас найдем, ладно.
Подожди, может топором я могу сейчас? Не-не, ну разрушить, если только. Ну, я случайно, да-да-да, случайно нажал. Подожди. А, все, разрушил, бро. Все-все, красава. Благодари. Угу. Не благодари. Две бочки, возьми правую, я вот эту левую прыгну. Давай, давай. Я ее крючком. А она сейчас попадет, скорее всего, в эту ловушку. Нет, не попалась. Блин. Оп. Не, ну бочки это топовая тема, в них просто море всего попадает. Угу. Так. С помощью топора только рушит. Понял, ребят? Понял. Я просто думал, знаете, какой-нибудь это есть. У меня пластика мало, пластика мало, пластика. Гвозди нужны. Есть у нас такая тема. Так, а у нас тем временем прибавляется, Костяныч. У нас эти сеточки-то я выставляю. Они все ставятся, ставятся. Там сейчас. Ага, красавчик. И, Костя, я прочекал. Несколько может попадаться. Несколько. То есть ресурсов. Не обязательно, что одна. Я понял. Найс. Так, красиво идет. Так, картофанчик сходит. Ах ты, вот, вот это геймплей. Вот это. Ты прикинь, с первого раза, Костян. Подожди, мне знаешь, что пишут? Быстрее делай хранилище, места не хватит. Хранилище? Остров! Где? Ты топор подготовил? Все, топор есть? Да. Я где-то видел остров, и у меня глюк. Вон, впереди, вот, Костя. Прям в лоб прям на него плывем. Да, Настя. Все, пошли. Якорь нужен. Что нужно для якоря? Давай дам. Все есть. Красиво. Топор есть? Красиво. Топор да, есть? Топор есть, да, топор есть. Красиво. Ставлю якорь. Ставь сетку через одну, она и так ловить будет. Да ладно. Серьезно? Че, серьезно? Давайте попробуем, я прорежу сейчас тут сеточку. Окей. Через одну, давай, ребят, послушаем. Ребята говна не скажут, наверное. Ребят, поставил через одну. Ну давай проверим, да. Спасибо, ребят, за лайкосы. От души. А ты их перемещать можешь? Да, я их могу забирать. Это, о, ну, они не ломаются, нормально все. Привет, Godfather. Их тупо забираешь. Вообще, подойди к парусу и нажми X, это его уберет. Костян. Остров это уходит в сторону. И этим. А где парус? Я его убрал. Круто. Доставай весло. Его можно ставить и убирать. Дядь, доставай весло. Давай. Туда ворочай. На остров. Давай. Подожди, все нормально. Давай. Тарадам-там, тарадан-тан, тарада-та, тарада-рада. Все, плывем на него, плывем, бро. Все нормально. Круто, спасибо большое. Так, слушай, мне жрать надо, у меня жрать. Сейчас, прям одну секунду. Ребят, всем добро пожаловать на стримчанский. Огромное спасибо всем, кто вместе с нами. Кто от Костяна, кто просто залетел. Ребят, спасибо. У нас в чате, я чатик читаю, задержка 100 секунд. Всем, кто, ребят, спамит, разную дичь, разную херню, не отдыхает. Братцы, мне не важно, кого вы смотрите. Самое главное, вы здесь и вы с нами. Добро пожаловать, располагайтесь. Кто будет спамить, ребят, просто получит бан. Мы общаемся в Дискорде, ссылочка внизу в описании. Там же есть наш паблик ВКонтакте. Рекламы нет нигде, заходите. Располагайтесь. Спасибо, ребят. Ты рыбонькаешь, там писюн свой. Я что, потеребонькать нельзя? Я на тебя засмотрелся. Да тут акула напала вот именно в этот момент, когда ты... Акула это плохо. Так, ну что, Кость? Так, якорь. Слушай, или может просто упремся? Блин, да мы вроде уперлись. Слышь, Кость, якорь, кидай. Он, видишь, оплывает остров. Обходит. А если мы вот... Спасибо за вот подписку. Так сделаем. Подожди. Давай. Подожди, вот так если сделаем. Подожди. Вроде пока стоит. О! Глянь! Братиш! Чё? Шо я зарубаю с парусом? Шо? И чё это такое? Типа на месте? На Короче, контроль парус, чтобы якорь... Нейтраты. Я, короче, погнал. Так, оп. Просто дыму нужно быть тут, я думаю. Они, ребята, сказали, вниз прям ныряйте. Чё ж здесь так. Внизу? Так, тут перья у нас. Знать бы, ребят, что лутать. Картофан. Твою мать, все, я понял. Не дурак. Что там такое? Тут акула. Да. Через один. Спасибо, ребят. Ой. Блин, Костяна, как же... Как нам с этой акулой бороться, я падла? Давай. Блин, а как же нам с акулой бороться? Так, с акулой, чувак, акулу надо убивать. Ее надо убить и спокойно, да. Как? Да. Понимаешь, как? У нас обычное деревянное копье. Есть наживка для акулы. Это рыба нужна. Угу. Ага. Слушай. Блин, вот падла, а. Как же ее зарканить-то, эту акулу? Слушай, ну ее надо бить. Ее надо бить, а как, Кость? Она-то видел, поскольку хавает? Она пол... Блин, я фулл хп.
Мы ее тогда, ты видел, бахнули, и она прям всплыла. То есть прям всплыла. Подожди, я сейчас что-то попробую, подожди секунду. Давай. Что это за мостик за такой-то сделал? Типа, чтоб не падать, что ли? Ну да. Не, наоборот, выходить. А, прикольно. Слушай, от нее можно уворачиваться. Вот я, например, сейчас делаю. А просто влево, когда она на тебя атакует. Просто влево. И бьешь в бок сразу. Отвлекайте... Только... Отвлекайте ее наживкой, люди пишут. Давай я еще прыгну. Так, вижу ее, Кость. Давай, давай вдвоем просто ее. Ты, главное, вниз не погружайся. Вот, плывет на тебя, Кость. Ага. Давай, давай. Ударила. И я ее ударил. Вижу, 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 вижу. Прям кровище. Убил! Красава! Все, 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 изи! Как ее зафармить? Этим, копьем. Я тогда копьем прям тыкал. Тыкай, тыкай, у меня красиво. У меня копья нет. Она на дно, копьяло. На дно уходит, Кость! А я, у меня копья нет, братиш. Твою кислород, мать, я прям до талого. Кислород, давай, давай, нет, давай. Нет, 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 кислород! Сейчас, подожди, копье. У меня досок на копье нет. Костяныч, ну я стою, где она, короче. Слышь, у меня минус копье, ты представляешь? Блин, сейчас, чувак, надо я стою, я прям стою. Я прям стою на ней. Все, никуда не уходи. Да-да-да-да-да-да-да. У тебя досок, кстати, сколько? Досок 4. Мне бы пару досочек тоже. Костяныч, я тут как этот, как флюгер. Просто на копье нужно 8 досок целых и веревка. Так, веревки еще можно наделать. Ну, хз, может быть. Так. Так, 3 ребят, доски не спамьте в чате, пожалуйста, ребят. Не хочу для випов чисто чат делать. Не спамьте всякую херню. Так, смотри, нам нужно забраться на остров. Сейчас я попробую нарубить топором. Дожди секунду, стой там. Короче... Да я примерно помню, где она, Костя. Слушай, а нам не хватит, Костян. Нам акваланга, понимаешь, не хватит. Вот в чем косяк. Тут охуенные вещи валяются. Давай-давай-давай, Костян, лутай. Здесь пока за этим. Но я их поднять не могу. Мне не хватает, у меня нет инструмента, чтобы их поднять. Крюк нужен какой-то. А что? Крюк? Крюк простой, Кость. Простой крюк. А, все, забрал. Все, я понял. Что подняться нужна лестница, чувак. Так давай, давай. Что нужно? Доски нужны, давай скрафтим. Что мы с тобой? Сеть ловушка, подожди. Подожди, лестница, вот, стройка. Вижу лестницу, Костян. Могу вот поставить. Давай, ставь лестницу, чтобы можно было наверх забраться. Подожди, просто. Блин, братан, а как же ее? А ну-ка, отойди, Кость. Отойди, отойди, отойди. Во, подожди, подожди. Блин, сейчас. Еще акула, Костян, новая. Твою мать, нам досок не хватает, ты представляешь опять? Мне доски и гвоздь нужен. Оп, опаньки. Залез? Тут красавчик. Красный цветок какой-то. Давай, 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 давай. Ты прям с нее, что ли, сиганул? Красавелла, давай, 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 давай. Опа, есть такая тема. 4 доски за одну пальму. За братиш. Пальму? По 4 доски за пальму? У меня нету, наверное, скорее всего. Возьми семечко, у меня тут не помещается. Давай, давай, куда... Я все вроде лутаю. Красавчик, смотри, рубай, 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 рубай. Кокунат возьми. Блин, что так пролагивает, алло. Кстати, да, у меня тоже сейчас лаги подъехали. Белое семечко какое-то, я не знаю, что мы взяли, да, но что-то взяли. Возьми вот это все, смотри, я давай, скидываю. Давай, 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 я тебе могу просто перенести. Давай, вот. Костяныч, аккуратно вот кидай. Вот. Ага. Какие-то перья, перья понабрали. За каждый удар я фармлю доску. Найс. Жесть, просто халява. А так там еще наверх, Кость, залезть можно, ты видел? Вот, доски возьми, возьми. Давай, доски, давай, давай, давай. Так, подождите, я не понимаю, для чего цветы, Кость. Их надо изучить. Их надо, слышишь, да, а что нам изучить, мешает? Да. Давай я сбегаю, изучу. Так, а я тут подожди, я пока вернусь и построю. Давай, давай, давай. А я изучу, у тебя все равно рецепт попадет. Он же общий, да. Рецепт. Блин, сейчас давай. У тебя пластика много? Ага, хер, не изучается. Пластик у тебя есть, бро? Пластик? Давай, давай поищу. Так, пластик, пластик, пластик. Как он выглядит-то, блин, вспомнить бы. Есть, на, сколько надо, Кость? Все, давай, найс. Все, на, и могу еще дать. Давай, давай. Все, найс. Угу. Я просто тут сейчас хочу потратить всю эту хрень. Мать, воды нет, да ладно. А, у меня не хватает веревок, я понял. Так. Полностью пресной водой. Найс. Красота! Красота! Так, пошел дальше. Давай, так, давай, 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 Костян. Я здесь пока. Давай, давай, давай. Здесь я пока что сейчас забытым за нашим присмотрю, а то можно лососнуть. Цветы. Кстати, это краситель. Можно как-то переносить. 10к онлайн для тебя много или нет? Средний? Ну как, немало, немного. Среднячок. Так, топор.
картофанчик подъехал. Слушай, просят склад сделать нас очень сильно. Ребят, сейчас, пацаны, мы просто, правда, первый раз играем, и здесь не знаешь, за что хвататься. Милейший. Блин, а как же дальше? Поэтому покажите мне, где можно расположиться. Слушай, а дальше много я не могу места подняться. Не займет. После вчерашнего стрима вы стали мне довольно приятны, как человек. Вижу, что вы довольно опытный и умный человек, и у меня появилось желание спросить у вас совета. Можно? Давай на ты, вежливый так. Человек, присаживайся, будь как дома. Тапочки на входе, так. Кофе. Подожди секунду. Тоже на месте. Так, нам нужно хранилище. Костян, акулку захавай по полу. Восстанови хаточку, я тут подсуетился маленько. Сейчас, подожди, у меня тут... А, у нас... А, кстати, доски. Так я зафармил акулу, смотри. Угу. Вот она. А я тебе голову отдал, зяблик. А. Так, на, забери это. Что это такое? Черный цветок какой-то, блин, что с этих цветами делать? Говорят, что-то красить можно ими. А, кстати, да, скорее всего. Угу. Цветы, да, вообще ни на что, Кость. Так, акулку, пластик. Блин. Кость, сейчас рецепты подъедут, смотри, скрин. Ага. Стол подъехал, не знаю для чего. Стол, я тоже пока не знаю. Пугало, Кость, пугало, может быть для этой? Слышь, для акулы, Кость, сделать? Это против чаек. А, чаек, пугало, туплю, сорян. Часы. Так, чувак, нам нужно хранилище. Для него нужен пластик 0,8 и веревка 0,2. Ну, веревку сделать это изи. Раз, два, три, четыре, пять, кисточка. Шесть. А вот... гамак вот, сделали, Костян. Пластик. Гамак. Блин, как она меня бесит, эта чайка ссаная, а? Да, с ней нормально эти самые. Так. Да было бы копье. Вот в чем проблема. Вижу пугало, да. Доски нужны и пластик. Слушай, у нас пластика нет. Кость, я предлагаю, ты не против, если вот здесь вот я полностью грядки сделаю вот так вот? Да, не против. Вообще идеально. Просто так, слушай. Лестницу так... нельзя переносить, вот в чем вопрос. Мне кажется, нет. Нет, слушайте, это не прокатывает что? Такая тема. Ворота? О. Да че это ограждение? Две деревянные двери. Костя, она ломает, она нам сейчас сожрет тут нахрен все. У меня этого дерева нет. Кость. Дай дерево, пожалуйста. Нет. У меня нет дерева, чувак. Блин, пипец вообще. Она сожрала. Костян, нам надо плыть. На месте устали. Давай. Угу. Камень изучи. Нам бы его сделать, ребят, сначала. Какую-то взяли наживку для акулы, короче, Кость. Отвлеките акулу. Что... Она так и пишет. Отвлеките акулу. Все, поплыли. Угу. Давай. Так, Катюха, по красоте привет, просто. Как дела, когда... Кость, слева, плот. Рули. А вон. Давай. На шашлычок? Ой, не знаю, Катюха, а ты как... Шашлычок под пикничок. Вы с какой целью интересуетесь? Так, Иисус, быстрее делайте хранилище, места не хватать будет. Юрий, большое спасибо. Все, спасибо, ребят, за донат, спасибо. Картофанчик прям по чуть-чуть прибавляет. Я прям вот стою, смотрю прям... Угу, да. Вообще чуть-чуть. По Децелу прям. Но он жареный этот, вареный, неплохо прибавляет. Нам, чувак, нам хранилище нужно, реально. У меня сел телефон. У нас просто... Давай. Меня сейчас не помещаются все. Меня не помещается. Сейчас тебе признаюсь. Будут ли файн встречи? Кстати, из коконат, наверное, можно пить сейчас за 1000. Имею в виду не при всех, а как-нибудь отдельно. Никак, бро. В Дискорде я для всех доступен. Ссылочка на Дискорд есть у меня внизу в описании, там... А, бро, лови. Давай. Костик, надо... Слышь, Кость. Надо вырулить. Криво. Делаю. Криво идем. Делаю. Все угу. Нормально. Давай. Все хорошо. Ты шаришь, видал уже этим? Блин, как она меня запарила это. Какула. Угу. У нас с пластиком проблемы. Сейчас, Костяныч, сделаем. Сейчас я здесь все дерево, в принципе, тоже. С основными материалами проблемы. Так-то живем нормально. Угу. Не-не-не, живем норма. Наверху на самом забирай. Это твою мать. Ладно, я возьму. Боже, Кость, забери. Так, камень, угу. Доски. Забирай. Шарнир, братиш, а он это есть шарнир. А шарнир это большое хранилище, чувак. Подожди. Я что, не смог? Привет, Хар. Ты чё там? Слышал, братиш, иди сюда быстро, тут шарнир. Давай, где он? Он у меня не взялся. Где она? Вот она там, возьми шарнир. Всё, лутаю. Где? Давай, тонет. Спасибо тебе огромное. Костян, он меня сожрёт сейчас. Я забрал. Твою мать, нет грядки. Ляг, поспи. Окей. Лежу.
И что это дает? А, типа хпшечка чуть-чуть. Да-да-да. Чувак, короче, я шарнир забрал. 7 досок, и у нас будет мега-хранилище. У меня реально уже ни хера не есть. 7 досок? Кость, но у меня их, по-моему, вообще одна. Я знаю. Вообще нету их. Какие цветы, возьми, какая-то... Возьми пока вот это к себе, забери пока. Вот синий это. Цветок, да куда эти цветы, понимаешь? Я вообще их не понимаю даже для чего они. Блин, у нас элементарно даже копья нет. Надо поплавать. Почему-то мало ресурсов стало, кстати. Ну, мы просто очень долго их не собирали. Вы как любезны, я полечу. Увы, мое воспитание не позволяет так обращаться, да и пить. Сейчас я немножко парус поверну. А по поводу так, первое, что копье-то надо сделать сейчас. Стоит ли мне бросать мой универ? Учусь на нанотехнологии. Кстати, да, ресурсов что-то вообще мало. Я на горизонте ни хрена не вижу. Меня этой учебы не держит. Что-то такое. Ресы, ты помнишь, сколько в начале было? Угу. Грядки тебя чуть не погубили. Грядки — это нормальная тема. Слева. А, не сюда, что ли? Как-то мы опять плывем, слышишь, через жопу, нет? Ну, нормально как бы. Мы вообще плывем? Я что-то... Да. Вот сейчас бок плывем. Автоматическую оплату с карты на Амур, прыгайте друг на друга на острове, делайте Влад. Подсадки, так вы сможете правда подниматься. Короче, нам нужно подсадочки делать на островах, угу. Чтобы забираться. Ну, давай сделаем. Изи. Что-то у меня какие-то пролаги начались непонятные в игрульке. У меня только на острове они были, знаешь, вот так тебе скажу. Так. Так, смотри. Я сейчас направо сдаю, и сейчас мы прямо... Сейчас красная туда... семечко. Да-да-да, давай. Эти бочки все надо выловить. А она сейчас автоматом в твоей ловушке, все нам. Угу. Так, что у меня по доскам? По доскам у меня параша. Сейчас я попробую бочку эту. Ой, сейчас, подожди секунду. Ну ты конишь, что ли? Я только нырнул, ты сразу меня... Сразу, да. Моментально. Блин, что-то реально какие-то пролаги пошли. Не понимаю, да. От чего, да, не понимаю, но... Ну, это игра, типа, ранний релиз. Есть такой, да? Не, ну у меня только на острове. Я говорю, что просто ранний релиз, поэтому... Погодите-ка, возможно, может быть... Какая-то херня. Мальца, да, что-то у меня есть такая тема. Так, что там по хранилищу-то у нас? Доски, да, нужны? Доски, я еще делаю доски. Да, я, наверное, сначала доски, хранилище сделаем, потом все остальное. 5 досок еще нужно. 5. У тебя что там по доскам? Давай блин, поставлю. 5 как раз, на, держи. Давай. Угу. Так. Блин, откуда эти поставить, лаги подъехали? Блин, под начать? Островами есть труда, ребят. Братцы, пластика нет. Отдуплиться бы. Вообще, чуйка. Камень изучи. Хранилище. Спасибо. Камень. Изучено. Чувак, чё добро там? Пожаловать. Хранилище? Так, да, хранилище. Я скидываю сюда все то, что стекло тут такое редкое достаточно. Арбузная семечка, если тебе нужно. Болты эти все, камни. Веревки оставляю, хлам оставляю, пластик оставляю, это оставляю. Пальмовая херня какая-то. Перья сюда можно скинуть. Я пока не могу, да. Ну, картофан. Костяныч, он нам сейчас всю эту нам сожрет. У нас палок нет элементарно. Сейчас попробую. Не, его нельзя топором? А, блин, только чувак, этим копьем. Это все, надо копье делать. Надо минус копье эти, делать. Надо все сейчас, все внимание на копье. Надо копье, да. Угу. Иначе он сожрет полностью все. Так, урожай тут собрать можно? Собери его, наверное. Давай. Ребят, у вас не лагает? Не видно ничего? Прожимайте лайки, ребят, и подписывайтесь. Блин, почему у меня пролаги пошли? Кость, может мне перезайти вообще в игру? Прям реально пролаги, прям так, такие подожди, хорошие. Сохранить мир. Я сохранил мир. Сохрани, давай попробуем. Блин, ну... Прям хорошие блин. Пролаги. Угу. Да? Сейчас подойди. Угу. Сейчас. Прям подергивает, да, видно? Ну, ребят, ранний доступ. Да. Угу. Я вижу. Да. Слушай, есть, давай да? Попробуем. Давай. Сейчас еще раз подожди. Mm-hmm, потому что, ну, просто так, да, не может быть. Так, ну, так, все, я не я сохраняюсь, да. Давай, я тоже в главное. Может быть, сейчас отпустят, если выйдем. Сейчас перезайдем, ничего страшного. Так, загрузить мир. Угу, mm-hmm, давай. Ну, 2 секунды переконнектиться. Сейчас, ребят, сейчас перезайдем. Загружаю. Ранний ну, релиз. Игру... Что сделаем? Игру просто закрой и зайди. Так, все, я зашел, можешь присоединяться. Так, давай. Присоединяюсь вроде, сейчас посмотрим. Блин, ну ресурсы, да? Вообще просто беда с ресурсами. Досок нет, чувак, досок. Да, элементарно реально нет досок. Так, ты тут, но ты что-то... Угу. А, вот. Я не знаю, куда плыть. Отпустило, прикинь.
Да, ну это вот это все такое. Ну, ладно. Слышь, вообще нет ничего на горизонте. Чувак, ну это жопа, ребят, что делать-то? Пацаны, вообще что делать? Нет, смотрите, ничего. Кисточка. Ну я не знаю, возьми парус прям на всю вкрути. А это на всю, это на полностью все. Может быть, мы в сторону куда-то уплыли, Кость? Он у нас куда-то вправо постоит, парус. Не, чувак, я просто поменял направление, чтобы хоть как-то. Смотри, вообще, не, вообще ресурсов нет. Я ничего не вижу, да. Ноль просто. Ноль, да, ноль. Просто парус ноль. Убери, лута мало. А, парус, если... Парус убрать надо? Подожди, подожди. Ну-ка. Окей, вот так. Да нет. Вообще, смотри, голяка, вообще хоть бы что-нибудь проплыло. Скажи, сажайте парус пальмы. Отпустите. Подожди, сажайте пальмы, будут доски. Оп. Че я пропустил? Смотри, у нас там добавились супер грядки, ты заметил, да? Да. Это я открыл эти грядки, но что делать? Нужно подожди, деньги там эти супер грядки. Удачного стрима. Стул, полка, коврик. Пес, блин, здесь столько крафта. Какое же здесь количество всего? Блин, трофей. А вот, супер грядки есть. Грядки это в еде. О, позволяет выращивать деревья, мать твою. Деревья позволяют блин, лол. И шарнир, лол. Слышь, а шарнир... Где мы тогда шарнир нашли, не помнишь? А я шарнир потратил на этот, на хранилище. Блин, рачье, а. Вот реально ракал. Ну а как-то, что ракало? Первый раз играем. Что страшного? Вообще нету. Костян, рули, рули, смотри, смотри, сколько всего проплываем, слышь. О, это, ворочай. Найс. Баркас. Помню, короче, я понял, нам надо ловушки говорил, вокруг всего расставить. Да. Нам нужно совсем сделать большой квадрат сейчас. Ну сначала. Костян, вот это всплывать, да? Вот это. Я до этого вот это всплывать? Вчера, типа, да? Типа того, да. Но сейчас. Он на всякий случай сделал такую дырку-то. Добра тебе и. Короче, нам нужно сделать правильный квадрат и по кругу кучу приемщиков. Ты понял? Да, у нас один вариант. У нас вариантов больше нет. Только так. Иначе мы ни хера не будем ловить. Угу. Вот там что-то проплывает. А там оно... Акула, блин, здесь проплывает. Есть. Офигеть, он быстро плывет. Кость, на меня рули. Во-в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 о. Ага. Да это жесть просто. Ну, запрыгивай. Да тут знаешь, как сложно. Спасибо. Так. Забирай. Сейчас. Что успею, то успею. Короче, я смотри, я хочу, знаешь как, я вот так хочу подплыть. И вот этими задними, они со всех сторон. Ты рули, да, так проще. О, видишь, да, все попадается, смотри. Ты цепляет. Можешь баркасом просто рулить и цеплять все. Ну. То есть прям баркасом вплывать в эти. Чайку гоняешь. Костя, дай семена арбуза и другие семена харду садоводу. Да я уже отдал, они вот тут в этом лежат. Сейчас сделаем, ребят, подождите-ка. Я никак до сундука просто не добегу. Нам копья нужно сделать. Семена арбуза. Пальмовые семечко, Костя. Да, так это надо большая грядка. Большую чувак. Грядку, а я ее сейчас сварганю. Сейчас у я... Нас, у нас нету шарнира для большой грядки. Блин, да, только в шарнире дело. Я все равно... Я потратил вот на эту хрень. Угу. Блин, огромное количество этих нужно, досок. Я как-то они плывут, я не понимаю. Они плывут как-то задом наперед поплыли, ты заметил из-за этого шторма? А нам надо вокруг... Да, надо в круг. Досочки. И пластик. Давай. Так, все, я делаю себе копье, иначе без копья соснем. Без копья, сейчас эта акула нам тут все тут разгрызет. Да. Костян, надо, знаешь, что, маленечко как-то повернуть, что ли, чтобы прям они ровно нам плыли, потому что проходит прям чуть-чуть мимо. Делай, бро, делай, я тебе не запрещаю. Не-не-не, я имею в виду парус повернуть. Только как? Подожди, как они плывут? И, подожди. Ой-ой, не то. Так что? Погоди-ка. В твоих задних ловушках все равно все как бы... Это самое. Оно не все, Кость. Они прям, видишь, частью. Блин, надо еще сюда повернуть. Ну давай, поворачивай. Сейчас так, я... копье у меня есть уже. То есть можно уже эту манду убивать. Вот. О, так куча что? Пластика и досок. Угу. Да, в ловушечке хорошо заходит. Nice. Ловушки топовая тема. Привет, Костя, я уже прошел эту игру. Да, тут есть концовка. Стройте лестницы и второй этаж, там акула жрать не может. На втором этаже? Не, подожди. Это как вообще, я не понял. Так она первый этаж будет жрать, или я что-то неправильно понимаю?
Я что-то не понял. Она же на первом будет жрать. Она первый этаж просто ест и все? Или нет? Да. Я не понимаю прикола. Честно говоря, о чем говорит парень? Не понимаю. Может, просто говорит. Как-то а, не понимаю. Сожрала! Карт. У меня нету, дядь, у меня нету копья. У меня нет пока этих. Сейчас. На, иди сюда, на. Мне доски просто. Сделай копье. Давай. Все, вот это так, сейчас точно будет копье. Так, изи плюс копье. Все. Короче, мы просто не ту сторону плыли, так-то нормально. Так, что нам нужно еще? Флажок. Что делает флажок? Флажок, флажок, по-моему, направление ветра смотрит. Снаряжения нет, крючок. Улучшенный крюк болта у меня нет. Удочка улучшенная пока нахрен не нужна. Ладно. Пока нам просто нужно расстроиться, отстроиться и везде ловушки понаделать. Побольше, да-да. Костян, посмотри хлама еще. Я построю еще эти захваты. Да-да-да-да, я все ловлю. Ты, короче, строй, а я все ловлю. Нам нужен правильный квадрат сделать. Блин, меня прям моросит, меня прям моросит вот эти семечки, которые мы наподбирали. Да, но у нас шарнира нет, бро. Угу. Семечки пригодятся, ладно, ничего страшного. Изи бочку зацепили. О, так, подожди, мне жрать нужно. Стоп. Красоте. Мне нужно жрать. Причем очень, очень много мне жрать нужно. А там акула есть. А, да. Сейчас. Да, ребят, спасибо, кто порекомендовал через одну делать. Спасибо. Да, это кайф. Кайф тема. А, слева большая. Видишь, подожди. Эта тема? Подожди. А, который тонет. А, слева. Да, мы сейчас все делаем. Бочку возьми там, я пока пью. Расстраивайтесь. Ребят, стараемся. Чё, мразь, не нравится я, сука, тупор? Извиняюсь за выражение. Ничего. Бочка. Дёргай. Главное хлам. Прям только хлам попадается, сразу бам. Сейчас сеток понаставим, мы вообще не будем в ресурсах нуждаться. Да. Так, блин, я не успеваю сразу все. Так, я попил, поел, окей. Летим. Что там нужно? Гвоздь. Ой, тут семечки какие-то. Я, короче, семечки тебе все скидываю вместе с цветками. Давай. Ой, не то делаю. Вот я тут. Так. Я тут потихонечку выставляю. Слушай, ну сюда вообще четко заходит. Мать твою, три бочки, подожди, бро. Три бочки. Слышь, ну вот эти надо ловить. Кость, ты заметил, они каждый раз направление меняют? Каждый божий раз. Поэтому со всех сторон. Надо со всех сторон, да, выставлять. Да насрать, я прям так пойду, за три бочками. Блин, эту фигню мы проплыли. Поставь на нее пару, забей. Парус на нее поставь. Поверни, это ж не проблема абсолютно. Ой, акула. Сейчас догоним, да. Наверное. Надо догоним, вон за ней прямо, все. Да, так, вроде досок, плывет. Досок, у меня досок 18. Что нам нужно? Досок 18. Так. Здесь-то, ага. Видишь, у нас выстраивается все четенько. Так, тут. Какой-то факел можно было поставить. Ребята говорили, факел. А как его, ребят, найти? Сейчас найдем. Факел. Факел, наверное, просто, чтобы типа ночью было получше видно. Угу. Парус, флажок. Фонарь, да. Четыре хлама. Не, ребят, пока. Пока что мы без факела, я так чувствую, будем. Четыре хлама, подожди, сейчас гоню, что у меня там по хламу. Хлам. Мы догоняем эту фигню? Блин, ты посмотри, слышишь, реально ветер меняется, Кость. Ветер меняется, да? Мы ее не догоняем, ты посмотри. Добрый вечер. Тут надо флажок поставить. Благодарю тебя за твой контент. А на флажок надо три гвоздя. Не благодарю. Давно гвоздь делается из двух хлама, да, проблемка. Возьми хлам, вот хлам возьми для фонаря или что там. У тебя 11 камней. Хазя, заметил ты или нет на данный момент? 11 камней, а что они дают, ребят? Я не знаю, к сожалению, что камни дают. Ну, камни? Для чего они? Ну, слушай, подожди. А ну-ка, наверстак сейчас. Камень. Камни-то мы изучили.
Камни для чего-то нужно. Нужны для чего-то. Камни я уже, ребят, изучил все, что вроде с ними было, а вот... Дядь, да она уплывет, эта фигня. Это шляпа все. Пусть блин, уплывает, ну хрен с ней. Ну да, мы просто... Вообще надо вот так вот просто делать и все. Пончик, большое спасибо за донатик. Удачно тебе отдохнуть, Пончик. Бро. Под наш стрим. Приятного отдыха, так, да, ребят, всем. Под островами ищите моллюсков, на остров с помощью паркура пробуй. Ага. Удачи. Ага, под островом моллюски. Угу. Так, поставьте перед сеткой пол, чтобы акула не сожрала. Она все равно будет... Твою мать, она уже жрет! Падла, минус сетка. Минус сетка. Короче, знаешь, что мне сказали? Вот в этом и есть косяк большого плота, на самом деле. Мне сказали, что сетку можно даже в центре где-то ставить. Вот. Можно, знаешь, что было? Мы затупили. Знаешь, в чем наша тупость? Mm. Нужно было внутренним квадратом сетку вот здесь ставить. То есть... Основной а этот... Можешь, а ты можешь ее перетащить? Да, да. А в чем наша тупость? Подождите. Сейчас мы все заберем. Костяныч, а ну-ка проделай-ка да. там. Да, блин, подожди, тихо. Забираю ставь сетку. Вот сюда тогда, ставь вот сюда тогда, да. Надо, знаешь, как куда? Под, прям под наш этот плот выставлять. То есть, знаешь, прям, чтобы плотом он захватывал. Не, вот сюда поставь. Сейчас, вот сюда сейчас, поставь. Сейчас. Смотри, я их сниму сначала. Блин, у меня пластик. Блин, минус одна вот сетка, сюда. Это плохо. Да. Вот сюда ставь, вот сюда пока ставь. Вот тут сетка. Раз, блин. Как только, понимаешь? Блин. Просто хз. Кстати, подожди. Блин, как это сделать? Ну, типа, чтобы у нас был какой-то уровень, который мы можем забирать. Прям Сигил жив, угу. Сигил вечен. Подумай. Спасибо за донат. Спасибо, Цигил. Спасибо. Блин, а я хз, как даже лучше это сделать? Ну, типа, вот у нас бассейн, смотри, внутренний. Можно вот тут все просто проставить. Но как ты через одну, понимаешь, как ты ее поставишь? Вот в чем косяк. Хорошо, подожди, сейчас я доделаю кое-что. Я вот тут просто закрою тогда. Угу. Так, а фонарь? А что по фонарю там? Сейчас разберемся. Фонарь, доска и хлам. Я, кстати, тут хлам выкинул, ты так его не... Или поднял? Поднял его, по-моему. Поднял, по-моему. Ну ты мразь, я только прыгнул, она сразу меня уже захватила. Она моментально, да-да-да. Так, вода нужна нам. Ну что ты предлагаешь, прямо вот сюда ставить? Хард, пиздец, по-моему, шляпа. Мы, блядь, вот, да, вот теперь сюда, смотри. Раз, смотреть. Через одну, через спасибо, одну, братан. Через одну. Мостик оставляем или там переносим. И вот так до конца туда, через одну. Вот тут, да, вот сюда. Сучка. Ты понял, да? Вот тут, не. Через одну. Паруса сделайте по левому так. И правому борту. Для более точного да, через одну. Направления. Поворачивай, так? Вот сюда, внутрь. Физику вспоминаете? Блин, я не знаю. Смотри сам как. Да это что-то ну, шляпа какая-то. Кость, надо, чтобы широко они были, понимаешь? Мы тут понастроили, представляешь, мы сколько ресурсов потратили? Ты посмотри, мы что сделали, какой огромный. А как он, понимаешь, здесь непонятно, во-первых, с какой стороны он будет ловиться. Доски про. Если мы, допустим, вот как мы сейчас плывем, но смысл, опять же, ты понимаешь, вот можно вот так вот выставить, да? Но... А дальше-то что? Дальше вот так, что ли, выставлять? Давай так поставим. Давай такие. Слушай, как... подожди, забей. Вот видишь, у нас есть большая херня. А, ёпта. Блин, тоже не получится. Не прокатит. Ну да. Здесь в два ряда тоже я смысла не вижу ставить. Вот она плывет. Ага, сплавал. Прям моментально прям. Кость, не бочка говорю. Прям у тебя. Смотри. Ага. Вижу. О, досок куча. Так, слушай, бро, ну давай вот в этой акватории. Ты думаешь, в большой? Да, и по кругу, просто сделаем по кругу, у нас будет огромный квадрат. Ну или примерно вот, я не знаю просто как иначе. Оно попадаться-то попадается, ты понимаешь? Слушай, остров, остров проплываем, алло. Все, поворачиваем. О, поворачиваем. Туда. Угу. Что-то просто. Слушай, я не знаю, чувак, блин, сложный геймплей. Сложно.
Нет, по идее, нам эти ловушки надо было как в какой-то дырке в центре этого поставить как-то. Угу. Я хз как. Лех, а ты росписи делаешь в стиме? Нет. Если да, то роспиши. Не сейчас точно. Смотри. Не знаю, насколько это хорошая идея, но... Допустим... Мразь. Так, картошка там вроде какая-то была. Мне покушать, кстати, Лёха, говоря, надо, здоров. Да. Спасибо, смотри, ладно, смотри, я убираю вот эту перемычку. Вот эту перемычку убираю. Туда, а, и у на, и вот, вот тут мы вот так выстраиваем большой доллар, такой кусок. Доллар, 4 доллар, 4 доллар. По сеткам можно ходить. Сейчас, подожди, я тут все в раздумьях. Бля. Понял, о чем я? Сейчас, Костяныч, я думаю. По сеткам можно... А, сетки считаются за пол! А... Сетки считаются за пол? Да. По тогда давай ходить. Просто сделаем во всю длину один ряд. Через да? один. Да. Чё мы как лохи тупим? Просто, знаешь что, внутри, да, получается? Вот. Да. И просто а, во всю длину. Крестом, все, вот о чем мне говорили зрители. Крест-накрест вдоль всего плота. То есть отсюда, отсюда, туда, вот так вот. Угу. Или сюда куда-то. И оттуда туда, по всей длине. А, крест просто понял? Большой сделать? Да. Изи, давай, давай. Сейчас сделаем. Ток, смотри, ну я могу же по двум сторонам. Для вот, начала, правильно? Для начала вот сюда ставь одну. Вот, вот сюда пока для начала. Подожди, чтобы они через одну были, это вот сюда, да, вот. Да, да, да. Четко да, прям. Да. Да. Давай. Так, теперь смотри. Угу. Оп. Вот. И вот так. Сейчас уберу еще. Сейчас проверим, ребят, теорию. Спасибо, ребят, огромное всем за лайки, за подписки. Да, души. Ребят, спасибо, кто располагайтесь, помогает. Ребята, от души. Это лучшая потом поддержка смотри, стримерам. Вот, вот сюда сейчас. Давай. Вот сюда одну. И вот сюда одну. Вот сюда ты уже поставил одну, найс. Вот сюда одну. Mm-hmm. Все, Кость, все, все, не ломай, не ломай. Пока больше нет. Все, все нормально. Ну ничего страшного. Так. Все, вот так как-то. Так, как еще там сетки делаются? Я забыл. Бля, доски нужны экстренно. А что, остров мы проплыли, что ли? А где он, кстати говоря? Что за... А где остров? А вон. А, вон он, да. Угу. Поставь на него, да. Вроде на него плывем. Остров вот. Проплыли. Да мы что-то здесь задумались за это. Так, как сетку? X убрать, да, ее? X, да. Сейчас. Блин, жрать хочется. Во. Ее вот можно так. Вообще в длину, да, поставить и все, и не тупить. Прям смотри, туда смотри, продолжать. Смотри. Во. Возьми эту сетку, вот туда засунь ее. Давай, давай, да-да-да. Все, отдуплились. Я просто, ребят, не знали, что можно по сеткам ходить. Вот в чем косяк. Ага. Понимаете, если бы знали, то было бы все намного проще. Так, жрать, жрать надо, жрать, жрать. Угу. Сейчас я картофанчик закину. Ты там ножки, да, пока. Я не пойму, мы вообще плывем, нет? Что, у меня вообще, перьев вообще, куча, нет, вообще не знаю, что плывем. С ним тоже не делать. Знаю, Костя, тоже не знаю. Перьев очень много. Выкину, наверное. Нахрен оно нужно. Реально, по-моему, не плывем вообще. Или кажется. На месте стоим, Костян. На месте стоим? Да. А, я а тебе отвечаю. Вон он. Так, ну, есть лопата, погнали. Давай. Я просто даже посмотрю тут относительно бочек. Лопата, правда, вот скоро. Сейчас поплыли. Аккуратно, но поплыли. Привет из Украины. Правда, лопата скоро привет, сломается братан. У меня. Привет. Ребят, не капсите, не спамьте, пожалуйста, в чате, по-братски. Добро пожаловать, ребят, подписывайтесь на канал, свозите лайкосы. Да, ребят, лайкосы. Подписывайтесь, кто... Спасибо. Блин. Мне, братва, не важно, кого вы смотрите, располагайтесь. Самое главное, что вы со мной. Welcome. Почему я не пойму, у меня свекла моя не растет? Я ж вроде поливал. Странно.
Что-то вообще шляпа какая-то. Слышь, то ли остров, потому что у нас этот здоровый очень. Люди я говорят, грибу, два грибу, паруса, но, да, нужно. Но у меня скоро кончится весло, к сожалению. Угу. Подожди, разламывайте плот и перестройте как вам надо, вы когда ломаете, ресурсы возвращаются. Что, серьезно? А ну-ка, подожди. Знать бы, как ломать. Просто тупо а топором. Как ломать? Вот блин, тоже верно. Топор-то ломается. Сейчас, подожди. Вот, например, вот эта херня нам не нужна, да, допустим? Да. Длинная какая. Вон от самого угла начинай. Сейчас я посмотрю. Посмотри. Частично возвращается. Угу. Половина. Мне кажется, из-за того, что очень большой, типа этот. Чем больше плот, тем он медленнее. Поставьте второй парус. Откуда, ребят, ресурсы на него взять? Ну, мы просто с самого начала поторопились, на самом деле. Ну да. Ничего страшного, но первый раз играем. Это, знаете, сегодня как обзор такой у нас получился, на самом деле. Ну, всего. По идее... Ну да, одного паруса он вообще не вывозит. Сука, пей. Нормально ее. Угу, нормально, кстати, тут... кстати, сейчас у меня все, досок нет. Все, я починил. Блин, у меня Вот сейчас плывем, но очень медленно. Прям очень-очень медленно. Может, мы против медленно. Ветра плывем, потому что... Все, поплыли, Кость. А да. Потому что против ветра. Ага. Собирай. Все, прям резко сразу поплыли. Давай. Угу. Да, можно перестраивать, но у меня топор практически сломался, вот что плохо. А нужен хлам для нового топора. Да ничего страшного, кстати, вот сейчас очень быстро поплыли. Прям против бодро. Ветра, ветер, нам надо флажок поставить, чтобы знать, куда ветер. А, люди для этого и говорили, что ветер поставьте, все верно. Флажок. Это же для этого люди, да, и сказали, ребят, говорит, поставьте флажочек, и я думаю, нафиг он нужен, чтобы всегда видеть, он, видать, ветер меняется. Да. Вот в чем фишка. А на флажок нам нужен... Сейчас покажу. А где флажок? Крюк? Есть два гвоздя? Дай гвоздь. Подожди, у меня, может, гвозди тут есть? Есть у меня гвозди, да. О, все. Подожди, у меня тоже есть. Раз. Угу. Все, я флажок сейчас сделаю. Давай. Прям в центр его куда-нибудь он. Или где парус воткни. Ага. Чтоб наугад не херачить. Опа. О, смотри. Все? Найс. Изи, да. Все, теперь знаю. Дай, возьму эту штуку. Мне как раз... А, давай. Для топора. Так. Топорчик сейчас. Слушай, да я эту хрень я убираю. Она мне нужна. Спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо, кто от Джоу залетел. Наконец задонатил тебе из Украины. Так, привет, вот тут я вот, наверное, вот эту ура, штуку пока оставлю. А то доначу только им. Спасибо. Так, что там, чтоб сетку сделать, что там надо? Сетка, нужен хлам. Хлама нужно очень много на сетку. Я там вроде что-то... Угу. Сетки, я уже забыл, что помню. Слушай, ну получается, что мы... Нормально тогда у нас эта вся фигня работает. А, веревки нужны еще. Да веревок-то не проблема, нет. Веревка это нормально. Так. Так, гвозди Леша, нужны. А, нужен хлам, плав. Я понял, да. Тебе удачи, костюм. Нужно очень много хлама. Спасибо. Чтобы делать гвозди. Стройте квадратный плот. Ну, ребят, сейчас так и сделаем. Мы, видите, нам... Вообще, если честно, мы даже не ожидали, что мы столько выживем. Ну, серьезно. То есть даже в мыслях не было. Я думал, сразу откиснем. Не, ну, хотя с профи, да, когда стримишь. Вот это заявочка. На победу. Да. Че-че? Спасибо, ребят. Короче, я это все убираю. Слушай, картошечка-то хорошо идет. На самом деле, вот эта жареная картошка, она прям великолепно заходит. Поэтому картофан надо, да, сажать. Я не понимаю, что грядки умерли у нас. Эй. А, пресс, а ты их поливаешь? Пресную воду все, да? Да, вроде да, но... А вот, стой, нужна пресная вода. Вот, я урожай себе забрал. Все норм. Так, чувак, мимо нас тут проплывают разные... А, все норм. Спасибо, ребят. Так, топор нужен снова. Доски, хлам 02, окей.
Так, куда там у нас ветер? Ага. Ветер в ту сторону, да. Ну, по идее, нам, ну, тут, вот туда, что ли, вообще нужно плыть, Кость? Чтоб по ветру. Ветер, правильно? Вот, на, вот туда вот нам надо плыть. Ну, вот, 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 все правильно было, смотри. Видишь, куда ветер дует? Не-не, я имею в виду оттуда же сюда, правильно? Вот, то есть. Ну, да-да-да. А, ну, правильно, противоположную сторону, что-то я к вечеру это залип. Сейчас, я знаешь, что сделаю? Фундук. Вот так. Да, картофанчик вообще тема нормальная. Потом второй парус где-то поставим. Можно чуть-чуть наискосок. Вот, тут уже что-то попадает нам в эти сети. О, кстати, а что у меня? А, у меня воды нету. Секунду. Так, а, ты уже все, блин. Я сюда, да-да-да. А, вода она сама появляется или как? Воду нет, воду прям в этот. Наливать воду там? Оттуда, оттуда прям е-е-е-е, короче. Ну только в кружке смотри, когда у тебя, как сказать, наполнить вода, короче. Наполнить соленой водой, да, и да, да. Налить куда-то, да? И да, вот, вот сейчас вот, допустим, вот, вот сейчас она сделалась, то есть нормальная все, вода. Все, я понял. Все, то есть, ну вот в таком формате. Блин, плот реально быстро наш идет. Очень быстро. Но мимо проплывает нормально так. То есть, если у нас криво он идет. С другой стороны, вроде и попадается тоже неплохо. Бьет же, бьет! Блин, я что-то пропустил что-то. Да, это вот это минус сейчас будет доска. Да, это минус доска. Вот, блин, жопа. Очень много досок, ничего очень страшного. Много всякого говна. Угу. Я собираю, бегаю. Ну вот сейчас, в принципе, очень много у нас должно попадать сюда, в наши эти сети. Угу. Вот, досочка есть. Так, я гвозди пока запиливаю. Давай, мне, я на топор коплю себе, на новый. Три хлам и нужен, блин, а хлама нет. Три и полоски, три полоски, три по три полоски, хардбас, тусовки, адидас, кроссовки. А пьё у тебя есть, всё норм, да? Да. Костяныч, дальше куда выставляем сетки? А, вот сюда, вот сюда дальше. Вот так, до конца, вот где-то. Костя, а почему? А чё же мы тогда вот так вот плывём? По идее, смотри, если у нас вот так сетки стоят. А, хотя, нормально. Так, чё, вот сюда пол, да, типа? Да, о. Давай сюда сетку. Я сейчас поставлю пол. Так. О. Ой, ой, блин. Раздолбил. На ничего. А, нечем. Блин, сейчас. Блин, у меня топора нет. Прикольно. Да, ничего страшного. Ладно, пока так оставим. Угу. Акула, говорит, никчемная, может плавать только вокруг плота, блин. Согласен, ну как-то да. Согласен. Блин, темно так, блин, стало. Угу. Опа, стоп, стоп, стоп. Блин, ну мы не доплывем туда, наверное. Че там? Да, этот. Островочек, что ли? Мини-плотик, мини-плот. Возле плота. Если уплыть подальше от плота, она не нападет. Быстро выкидывай перес и кью. Что там по ветру? Надо... Слушай, ветер изменился, ты видел? Нифига он там меняется. А, не-не-не, то же самое. Не, он то же самое, блин, ну блин. Плот... Не-не-не, наверное, да? Наверное, да. Подожди, подожди секунду. Не, мы идем... Не-не, плывем, плывем, Костян, нормально идем. По диагонали доберемся, по диагонали. Да-да-да, доплывем. Блин, там правда рез в море, но ничего страшного. Окей. Так. Так, что мы здесь еще? Железный слиток. Вот как его сделать? Железный слиток, я так понял, его надо найти куча под островом. Куча хлама, куча железа. Где-то железо надо на островах искать, стопудово. Железо, люди сказали, ныряете прям под остров. Люди врать не будут. И шарнир. Будет шарнир, будут пальмы, будут дерево куча. Ой, я так понял, ты там друзей нашел. Ага. Слушай, потихонечку доплываем. К ней, да, идем. Криво, но идем. Попробуй, ну, еще вывернуть. Сейчас. Ой-ой, Костя, вот это вообще было зря. Не, все, на месте встали, Костян. Подожди, подожди. Угу. Ну ветер, ветер, ты могуч. Не, дядь, все. Ты прям повернул, он, блин, прям резко в сторону ушел. Подожди, 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 подожди. Ну блин, можно же как-то пробовать. Я могу попробовать, но подожди, подожди. Это будет, скорее всего, ГГ.
Ой, Юр, спасибо большое. Подожди, подожди, сейчас. Как-то плывем, что ли. А, следи за ветром. Давай. У меня фул хп. Вам херовая затея. Спасибо, Юрка. Юрка пишет, тебе смог успеешь задонатить. Да-да-да, Юр задонатил. Все-все-все в порядке, ребят. Ебо. Ебой. Бегу обратно. Спасибо. Ну давай, да иди ты нахрен, животин. О, нормально. Спасибо, Юрчик, друзья, тебе. Спасибо за поддержку. Так, все? А, все. Свеколочку-то жарить можно. Я-то ну, ее... Я тут... Я-то ее как, блин, как довин, блин, вот. Этот, хаваю так. А свеколочку-то... Так, что по поводу топора? Так, три доски, и у меня будет топор. Найс, найс, найс. Костян, собери, если есть возможность эту. Блять, это что, вы издеваетесь, что ли? Что собрать? Что собрать? Как ее... Урожай, урожай. У нас там простое. Так, ну что у нас? Кстати, смотри, смотри, что у меня нового есть. Этот у надо. Меня есть у меня железная руда, братиш, есть. Да? Болт. Болт. Гвоздь. У нас уже два болта. Два болта. По пати так назовем. Два болта. Норм, шатеечка, норм. Ништяк. Пати два болта. Слушай, я думаю, нам как-то второй парус нужно будет скоро ставить, да? Да, да. Причем... Костяныч, можешь разломать здесь? Топора нет еще, подожди, бро. Топора. Надо три доски. Я пока, знаешь, что вот сюда тогда ее вкрячу. В принципе, я не думаю, что что-то там... Бля. Сейчас, скоро наш плот хер догонишь. Так, я вот так вот ее, наверное, пока поставлю. Сеточку пусть стоит. По-моему, куда сетка направлена, вообще ни на что не влияет. Ой-ой-ой. Так, найс. Досочки, братиш, досочки фармим. Подожди, подожди, подожди. Сейчас я... Короче, как только находим этот... Во, затвор, хорошо идет. Как его там, блин? Этот, шарнир, шарнир. Шарнир, шарнир, да. Сразу нужно садить все пальмы. Mm-hmm. Есть как раз семечки. Mm-hmm. Давай, давай. Найс, найс, идем. Сейчас будем... Угу. Лови, лови с этой стороны. Найс, идем. Блин, ну это пиз... Я понял, она там. Давай, давай, бей ее. Нам нормально, нормально. Нам нужно какое-то мощное копье против нее. Да, блин, доска мощь. Вообще просто срочно нужна. Блин, она сразу, только не успел в воду прыгнуть, сразу моментально накрывает. А ты зачем тут поставил вот эту? Это она тут не да нужна. Это просто поставил пока, типа, ну... Сейчас. Блин, мы... зараза, ветер не, неправильно у нас. Хотя... Не так, как нужно ветер. Не так. Все. Тебе нормально? Нет, слышь ты. Минус чайка, изи. Так, теперь, знаешь, мы смотри, мы практически тут везде все проставили. Разве что, может быть, еще вот тут одну. Проставим сейчас. Вот. И все. И вот тут закрываем ее. Давай, давай, давай. Крест-накрест надо. Надо второй крестик сделать. Угу. Сейчас. Все. Сейчас, бро. Второй крестик. Смотри, сейчас, что у меня. Сейчас, бро. Ребят, у нас все, кто спамит в чате разную ерунду, повторюсь, лохов, дебилов, оленей, шаков и так далее нет. Мне плевать, кто ушел, кто пришел. Там, если у вас есть, да, вот стадо какое-то определенное, которые всякую дичь привыкли спамить. Ребят, я делаю игровой контент, мне честно, мне плевать вообще абсолютно. Кто там хайпится на чем-то, кто там что-то делает, кто с кем ссорится. Ребята, здесь игровой контент, располагайтесь, будьте как дома. Если вы ведете себя как довин, как человек, который просто он ничего не видит, не слышит вокруг себя, вас просто забанят, и вы будете сами с собой сидеть общаться. Дизы, лайки, все остальное элементарно продвигают канал. Любая активность продвигает канал, вам этот скажет любой абсолютно стример. Если вы хотите поднасрать каналу, не смотрите его вообще, в принципе, не смотрите. Любые тизы, лайки, все это продвигает. То есть я имею в виду живые. Спасибо огромное, ребят, за 2000 дизов от души, спасибо. Вы в очередной раз себя показали, как просто безликая масса. Все, кто от параши, молодцы. Молодцы, ребят, красавцы. Тут очень Костян. Так, Джерико. Привет, Костян, проверь стол для исследования. Ты вроде болт там забыл. Понял, сейчас гляну.
Слушай, а плот резко уплывает. Мы, кстати, можем вообще... Кость, этот видел? Остров, да-да-да. Тупо остров. Но у нас нету для якоря, по-моему. У ничего. Нас вообще ничего нет. У нас даже материалов этот нет, Кость. Блин, а чё я сюда упал? Тут что, нет? Блин, ветер тут... чуть-чуть изменился. Не сильно, но поставь изменился. Поставь сюда сетку. Угу. Куда? У меня нет сюда. Сетки, Кость. А, у тебя нет сетки? Да. Блин, остров огромный, но что мы сейчас там делать будем? Я хз. Тупо я хз. Так. Блин, ресурсов-то много. Но что и как, я хз. Угу. Вот опять они, цветочки, лепесточки. Хотя нет, Кость, вон, если есть топор. Блин, чувак, топор. Есть топор, папа с топором. Давай. Все, папа идет. Говорят, с паркуром как-то надо запрыгивать наверх. С распрыжки типа, что ли? Фрукт нашел, братиш. Изи. Фарми доски. Да. Чувак, ты на плот. Смотри, с плот. Да, я посмотрю. Контролируй. Блин, там еще шторм начался. Да, нормально. Да, руби. Сейчас, подожди, я тут скидываю все ресурсы. Сейчас, куда? Сюда. Фрукт. Давай, Костян, удерживаю пока, как могу, плот. Пока он зацепился, давай. Но прям краешком. Я подожди секунду. Пока нормально, стоим прям, уперся. Ага, блин, где? А, вижу. А, блин, братиш, нужна помощь твоя. Что там, подсадка? Подсадочка, давай. Сейчас. А знать бы как? Не, нормально, вот, залезли. Я. Спрыжка. Она на волне, лови. На волне. Твою мать, сука, сейчас сдох. Нифига, она жесткая. Я даже жесткая стала, чувак. Я под водой. Отпись, отплыви, да? Немного. Вот жопа поганая. Только сам не сдохни. Не. Все, нормально, изи вынес. Ага. Костяныч, все, минус остров. Нас просто тупо сносит. Блин, а где? Не. Нифига. Сносит, Костя. Нет, остров! Твою мать, а ветер в какую сторону? Ветер в другую сторону, мразь. Ненавижу. Да. Блин. Так. Ай. Слушай, ну давай пока подождем. Мы уж ветер. Давай. Нельзя отсюда уходить, чувак. Угу. Просто нельзя. Давай. Это, как говорится... Не, можно этот остров прям подфармить как следует. Да блин, да что ж такое? Так. Блин, ну гребаный шторм, ну зачем он сейчас появился? Шторм прям по КД, да, залетел. Прям вообще вовремя. В скобочках нет. Нахрен эти ограждения. Так, я там какие-то нашел коконат. Съем, это съем. Куча перьев, каких-то цветков. Угу. А, черный цветок. Так, болты. Так, еда. Заберу еду. Стекло у нас есть. Бро, дару, я так, что за ананас, я не пойму. Манго? Это манго, чувак. Параши, круто, параши, видя, нормально, я так восстанавливаю. Назад закинул, что он цвету бы ушел, еще обожаю смотреть вас. Да, плевать. Слушай, а что мне говорят про голову акулы? А что мне с ней делать-то? Голову акулы? Ну, наверное, второй повесить можно. Наверное. Ну, а там я не знаю. Спасибо. О, нормально. Смотри, как я акулу назвал эту. Я даже, Кость, не сомневался у тебя никогда вообще. Голову акулы надень. Чего? В смысле одень? Блин, шторм опять. В смысле голову? Ребят, куда одеть голову акулы? На голову, наверное. А, подожди, если одеть голову акулы, она тебя не будет трогать. Да ладно. Типа, ну а как одеть? В смысле, в инвентаре вот так держать? Да мне кажется, они угорают просто.
Что-то это как-то подозрительно. Блин, нас относит, да. Ну давай подождем пока. Блин, ну, боже, он такой здоровый, чувак, нам нельзя уходить отсюда, просто вот до последнего сидим. Ну, он огромный остров, да. Подожди, а ты что насчет весла? О, весло могу сделать. Давай. А что по поводу якоря? И якорь могу сделать. Так, давай сначала весло. Красиво. Алексей, красиво делаем, да. Да весло сделал. Якорь они сделал, братиш. Все, изи карта. Красавчик. Не говори. Сам от себя в шоке. Да, ребят, здесь на этом стриме в первую очередь мы, как вам объяснить, мы пытаемся разобраться вообще, что к чему. Как, да, если что. Здесь, то есть, ну, это можно сказать, как обзорный стрим. То есть, по идее, вообще в идеале нам, ну, если эту игру пытаться выжить, как-то пройти, здесь нужно заново будет начать ее. Потому что, ну, здесь очень много потеряно в самом начале. Парус убрать надо, да. Говорят, он мешает. Ну-ка. Убери. Плохо плывет. Ну да. Короче, мне челики говорят, что если в инвентаре у себя держать голову акулы, не будет трогать она. Можно попробовать, можно. Но я можно, вот сейчас держу. Да-да-да, рискнуть можно. Блин, ну серьезно, так медленно плывет. Да ни о чем вообще. Да, Кость, по-моему, проще просто дальше проплыть. Не-не-не, братиш, угу. Это офигенный остров. Я думаю, там много чего хорошего найдем. Болты. Может вообще парус убрать? Офигеть, она относит нас. Ну что за конченая игра? Я уже пол весла потратил. Ну это писец. Все, хард, я не играю. Ну что за бред? Ну посмотри, ну это пиз. Куда несет нас эта манда? Откуда она нас несет? Да, куда? В никуда, куда? В гребаные никуда. Ну что за дела, блин? Гигантский моллюск, но это все внизу. Ну что за бред? Я так не играю, блин, это вообще незаконно, я считаю. Так, стоп, подожди. А ну-ка попробуй. Тайфун закончился вроде бы. Ты сейчас можешь смело, смотри. Ветер поменялся, Кость. Вот так, сюда пару ставь и все, и погнали. Разворачивай, да. Да он в другую сторону, блин. Он в другую сторону. Смотри, как нас отнесло. Да. Не, ну ГГ. Не знаю, дошло или нет. Но желаю удачи тебе в твоих началах. Юрий, спасибо огромное. Блин, пипец. Ну это ты по-любому от Костина подписчик. Спасибо, ребят. Спасибо. Карась, интересная игра, приятный дуэт. Спасибо, стрим. Спасибо, Карась, большое. Дмитрий Зубко. Костян, размер корабля не имеет значения. Живут же люди с маленьким кораблем, и ничего. Дерево, от этой головы ты уже трофей сделал, нужна новая голова. А-а-а, понял. Так, ладно, чувак, мне насрать, я потихонечку плыву, я сейчас доплыву. Я упортый. Давай. В смысле, упортый. Донат внимательно. Ты не так понял. Спасибо, ребят. Падла. Не умирай. Братиш, не умирай. Сейчас. Да я здесь собрал. Все, сейчас доплывем, братиш. Все нормально, ветра нет. Куда он сейчас? В ту сторону, да? Ска. Чаечка. Короче, вы когда убили акулу, с нее голова падает, ее нужно одеть в слот инвентаря, ничего с ней не делая. Блин, может быть. Так, на следующую весло мне что нужно будет? Ну хорошо. Я еще одно весло, если что, сделаю. Типа, хорошо. То есть, если у меня голова акулы инвентаря. Лежит в инвентаре. Так? Она тебя не трогает. Все, ныряю. Проверяем. Где? Ага, привет передай тому, кто это сказал. А, понятно. Назад. Молодцы, ребята. Вижу, молодцы. Красава. Найс троллите. Найс троллибас. Спасибо за контент. Ты спасибо. Реальный чел. Ну, себя, говорит, одень. Согласен. Блин, Костяныч, время много. Может, пойдем отдыхать? А, понял. Хорошо, давай остров долутаем и пойдем. Давай, не вопрос. Эй, чувак, мне игра нравится. Мне игра бешено зашла, просто игра. Я не знаю, без комментариев.
Я бы ее полностью прошел, Костя. Я бы прям от А до Я ее сел и да, прям... Да. Очень крутая игра. Она ничем не хуже Фореста, честно говоря. Вообще ничем. То есть, ну, игра мы реально... Мы таки приплыли. Мы таки приплыли, чувак. Угу. А, она жрет что-то, она жрет весло! А все, ну, ныряй! Что? Бля, ну... Гар, минус. Твою мать! А что я сделаю, брат? Он сожрал якорь! Ну сейчас сделаем что-то. Ну а как бы мы успели? Надо было бить ее! Да ладно, ничего страшного. Сейчас горит. Да, я тебя умоляю. В этой игре она не особо горит. Блин, какие-то моллюски. Что ж за моллюски-то? Вот эти, что? Контроль, короче, где там якорь этот гребаный. Да, попробуем. У меня камней теперь, чувак, не хватает, чтобы якорь сделать. У меня только один камень. Камни, у меня очень много камней, Кость. Дай мне камень. И мне нужно попить. Бей сучку летающую. Nice. Так, на. Так. А, ты, наверное, собрал? Ну, на еще, на вот еще. Кость, тут очень много камней, да, на. Да. Тут куча их, так, 14 штук. Угу. Так, о. Так, что по мясу? Мясо есть. Белое семечко. Чего добавьте, чтобы вырастить цветок? Сейчас бы цветочки тут еще выращивать. Так, подожди, якорь сделать. Так. Здорово, Лёха, где его можно поставить? Я поднимаю эту тему, но я так где, понимаю, где якорь там можно поставить? Алло. Поверточка, извини, у вас развязался. Якорь там же. Нет, нельзя. Удачного сплю. Слушай, подожди. Блин. Якорь не ставится, алло. Тенс, мне не интересно. Блин, я не знаю, дядь, ну посмотри, он должен ставиться. Йови, привет. Все. Скажи, что его подписчик ушел к тебе. Пипец, блин, якорь, мешок с этим. Мешок с остальной этой, с камнями, с еще то ли с чем-то, с щебенкой. Блин. Костя, я не знаю, запрыгнем сюда. Но сюда я лестница нужна. Я чуть-чуть сейчас оплыву, там есть нормальный. Это моллюски, по-моему, дай-ка я попробую. Черт с ним. Камни, Костя, камни. Все, нужны. Я запрыгнул. Угу. Так, топор. Давай. Что это такое? Глина! Найс. Нормально контент подъехал. Тихо. Ты мне тут нужен. Сейчас, Костяныч. Помощь нужна. Давай. Сейчас я маленько прямо этот... Отхились. ХПшечку, да, я маленечко сейчас отдуплюсь. Глина. Хм. Неплохо. А для чего это глина? Вот это вопрос. Блин. Так. Угу. Сейчас главное, чтобы шторм не начался. Там, блин, деревья какие-то вкусные. Наверху на самом. А, у нас тут врезалось, ладно. Ладно, я тут, короче. Угу. Ты взял трофей. В сундуке лежит простая голова. В инвентаре так, посмотри три ячейки для этого. Храдец, помогай мне притащи. Тут. Сейчас быстренько. Ух ты, мать твою. Оп, я сам забрался. Залез? О, тут мега ящик. Давай. На острове мега ящик этот? Да, я взял кучу досок. Сейчас цветки тут, красавчик. Но они не особо не нужны. Подожди-ка. Так, пальма. Куда перетащить, ребят, я, к сожалению, не могу понять. Слушай, эти цветки, я их нахер выкидываю? Параша какая-то, короче. Цветки я так и не понял, для чего это. Они тупо, желтая, по-моему, семечко. Засоряют просто этот инвентарь весь. Да, синее семечко, короче. Желтое семечко, не знаю. Может, они, конечно, мы пока не разобрались, но пока... Вообще они просто тупо инвентарь засоряют. Братиш, я шарнир нашел. Найс. Изи. Nice. Это изи большая грядка. 100%. Это изи большая грядка, да. Угу. Так, что я хотел сделать? Я хотел скушать коконат. Давай. Так, блин, а тут я дальше уже не запрыгну. Мне, так, тут надо как-то паркур, мне говорили. Угу. Боже, да тут вещи... Чувак, тут... О, в смысле... У меня музыка какая-то положительная заиграла. Это, видать, то, что ты что-то нашел там. Козырное. Рейл, привет, Костя, попробуйте построить второй этаж. Знаю, это возможно. Да, мы будем, только не сразу все, бро. Не сразу все. Это трофей. Не трофей, а голову. Арбузики, братиш, Именно голову, да, просто нужно? Окей, ребят. Текс. Блин, да я не то нажимаю. Да?
Хотя бы так воткнем. Так. Манговое семечко. Найс. Чувак, вот манго, я думаю, можно посадить. Давай, давай. Почему нет? Манго. Посмотри, где я уже наверху. А, я вижу, вижу, вижу. Блин, а, воду досок? Нес. Угу. Досок уже 26. Держу в курсе. Ну, это вообще изи. Костяныч, надо ехать. У меня завтра интервью просто. С утра пораньше. Слушай, давай, давай я тогда немножко еще поиграю соло. Вообще изи, Костян. Давай. Если людям зашла игра, то прям мы обязательно повторим, да. Остров дофармлю. Давай, давай. Обязательно, ребят. Большое тебе спасибо. Ребят, прожмите лёгкий лайков и подписываемся на наш канал. Спасибо. Ребят, стримил я сегодня, да, с Костиком, с Жоом. Обязательно наша аудитория, залетите, поблагодарите за стрим. Офигенный стримчанский, я не знаю. Офигенный. То да, ли да, просто топовые стримеры стримят, то ли я не знаю, конечно. Да, скромность всем, не твой всем, конёк. Да-да-да. Всем, ребят, кто подписался, все, кто улыбнулись, просто приятно провели вечер. Располагайтесь, будьте как дома. Я думаю, это не последний стримчанский, я так думаю, что абсолютно, мы прям сделаем 100% по этой игре еще не один даже стрим. Очень крутой, очень крутая игрушка, честно, не ожидал, правда не ожидал. Думал, что все будет намного линейнее, проще и побестолковее. Поэтому, ну, как-то так. Все, всем пока, всем удачи. Спасибо, бро, спасибо. Спасибо, давай, братиш, давай. Ребята, ну что ж, давайте я своей аудитории скажу. Стримил я с Костиком, с Жоом. Братцы, огромный респект, огромное спасибо всем, кто был на стриме. Кто зашел с позитивом, с негативом, неважно. Все, кто подписались на канал, тоже огромный респект, ребята. Залетайте, подписывайтесь, я всем безумно рад. Если что, мой ник Энтаро Адун, вы находились на канале Hardplay. Всем удачи, всем добра, мира. Пока-пока, ребята. И самое главное, имейте всегда свою башку на плечах, не лезьте в чужие свары. Огромный респект, повторюсь, парашевцам всем, кто заходил, поставил тут дизы, что-то писал, что-то тут пытался добиться, что-то тут какие-то хэштеги кидал. Ребят, вы просто все будете поперебанены, как бы, за банальный спам. Если вы просто заходите, мне плевать, кого вы смотрите, мне плевать, за кого вы топите, вы просто, если находитесь здесь на стриме, соблюдайте элементарные правила приличия, не будьте биомусором, биомассой. Имейте каждое свое мнение и каждый вот здесь вот, ребят, хоть чуть-чуть. Все, всем добра, ребят, мира, с вами, как всегда, был я, Леха Энтаро Адун, вы находились на канале Hardplay, спасибо за подписки, за лайки, удачи. Берегите себя, ребят, до завтра.